Так, всем привет, папашки, на связи Тварына. Всех с человой субботой поздравляем. Сегодня играем в геройский Among нашим пабликам в Дискорде. Так, Римус душит. Бодрость духа отлично, например. Я сегодня тут вырядился на концертик моднейшей рубашки праздничной, специально для папашек в том числе. Красивая, что это там на тебе? Это... Я конбоец теперь. Такс. Сегодня играем, значит, в составе следующих уважаемых господ. Кашас, ВВО, Алканец, Мун Волкер, Римус, Саня Варлорд, Славик, 2021, Юник, Визар и Вути. Сегодня стрим не на 15 минут, но он будет непродолжительным. Поиграем примерно 2 часа. Будем приступать. Вот уже. Здравствуйте. Вот разминочная. Разминка пришла. Разминочная на месте. Здоровки. Чё, кого? Как дела? Да все нормально. Да вот рэпчик обсуждаем, ты в теме? Рэпчик, конечно. Я ж сайка рэпер. Понятно. Все, на этом обсуждение закончено, судя по всему. Все. Санька, да, ну, если дальше будем общаться, дальше же в бан улетим нахуй. Че? Нельзя, ну, да, тихо. Да. Юрик, а ты не на Европе создал? Как будто, да. Че долго не заходит? У меня просто пишут, типа, диск. Игра не найдена. Ну, он по вас вытесл. На Европе. На Европе работает, что нормально. Ну, вряд ли у меня на Америке 63. У меня диска на ИКМ. Почему-то долго очень искал. Ну, потому что все очки. Ну, оно вроде, короче, пропускает. Суббота вечером. Заходите. Да-да, зашло. Конечно. Стараемся пока. Римус, а что ты такой бодрый, кстати? Ну, это потому что он увидел клип Ивана Дорна. Саймон, тебе надо скачать 292. Взбодрился перед. Вот это скин, ребят. Вот это, блять, возможность наебывать. Саня, это потому что я посмотрел сегодня вот этот клип. Не клип, вот как Юля Кошкина. Кошка-морошка. Да, да, да. На этом как же Римус, пиарит свою любимую. Блин, она на самом деле красотка. Римус женился бы на ней? После клипа Ивана Дорна вряд ли, я думаю. Ой, да. Что бы мы делали, если бы рядом сидели, я даже не знаю. Блин, а как в игру зайти? Что такое? Попробуй. Я не могу зайти. Серваки попробуем менять, не помогает. А, это тоже надо пробовать. Ой. Ой. Я попробовал, получается, создать на Азии, зашел туда, вышел, и после этого меня уже запустили. Еще бывает, помогает зайти в паблик куда-то и сразу выйти. Что громкий визор. Попробуем сейчас. На, сделай мне потише. Естественно. А как в паблик зайти? Онлайн, паблик, файн гейм. Забудь сразу выйти, они сразу стартуют. Европа. Сейчас развалим молодых в паблике. Будет нормальный контент. Сейчас Саня развалит. Сейчас Саня развалит молодых. Сейчас. В бабочках не видит. У кого-то... Все уже зашли, да? 7 человек зашло. 7 из 10. Ну, я не знаю, что делать. Cold not find the game. Да, короче, да. Я вернулся на меню назад, потом снова в лобби, и меня таким образом... Кого-то запустило? Непонятно кого. Да, я... Бля... Вути за мной. Скорее знаете, как это выглядит? Представьте себе дверь и... Зайти, и вот... А, Кашас занял бирюзовый, блядь. Надо похудеть чуть-чуть просто. Дайте мне хоть один мой цвет, блядь. А, ну и дверь просто слишком маленькая. Кашас, или вы слишком меняешь больше. Скин, пожалуйста, потому что у тебя за скинами не видно цвет практически. О, аллилуйя. Извините. Ядрите, а Саня Варлорд, смотри. А кто Кашас уступил? Не знаю. Никто. Кто?
Ясно, ребята. Вот это буллинг танцоров, конечно. Ну, просто с ноги залетел, блядь. Тут просто очередь, если чего. Я первый на очереди, так что. Сорян. Ну, Варлорд уступил Юнику, типа Акашасу никто не уступал. Я думал по Глашу запустить. Да, как-то не работает. Сань, не уступишь случайно? Не. А кто не зашел еще Рим, да? Да как ты думаешь? Что заманчивое предложение. Так, о, все, Кашас вышел, означает... Я Риму зауступил слот, все. А что ты, Кашас, едешь на концерт, я чащу танцевать сегодня или нет? Ой, не знаю, смотря как пригласите. Понятно. Смотря как пригласите, как. Вот видишь, уже меня забулили, уже минус как бы в карму. Уже минус. Не, ну я же за тебя, Кашас, ты же знаешь. Саня, ну, там это, типа это без прививки нельзя совсем, да? Прям да. Прям да. Дома сиди, лол. Прям совсем? Да, придется дома сидеть, типа. Может быть, чуть-чуть на полшага. Ну, соли, ты я бы ворвался даже чуть там полшишечки, там даже просто попиздеть возле бара. У вас два юзишь, палишь. 2.9.2 версия, да? Нормально уже. 2.9.2. Любишь, палишь. Ну, я не знаю, в чём. Римус, у тебя еще целых 5 минут, не переживай. Римус, какой может, ты Римус, конечно, медленный. Сейчас бы тогда не зайти в игру. Кстати, Саня, ты слышал легенду, что типа при, если ты уебался коронаваком, то типа нельзя выезжать. Ну, типа тебя загнится, никуда не пустят. Слышал легенду, что лучше это не обсуждать. Кстати, плюс Кашас. Слышал легенду, что те, кто переболел полгода, имеют возможность иметь QR-код и не прививаться. Да, как это сделать? Блять, слышал тему, во-первых, мы в разных странах живем, а во-вторых, может, как бы нахуй скип. Ну, типа, на всякий случай, да. Я предлагаю про рэпчик дальше обсудить, если вы. А, рэпчик топ. Как вам новый Оксиминог? Мне больше нравился крафта. Так Оксиминог же ж даже не альбом выпустил, Саня. Это ж микстейп. Да, блин, это ж микстейп. Я, кстати, ничего не слышал. Фак. Кто за роль медиум? Кто за роль медиум? Это ты можешь за... на следующий, ну, типа, был труп, на следующий ход, ну, типа, в следующий раунд, ты можешь от трупа задать вопрос. И он тебе рандомно, типа, даст вариант. Ой, Вути, по красоте. Слушай, я увидел твой рабочий стол сейчас, реально, по красоте. А медиум, что это? Вультур. Вультур — это нейтральный клинер. Красава, короче, смотрите, реально, очень хорошо выглядит. В Вультуре надо сожрать 3 трупа. У него стрелочка появляется, потом выигрывает. И он винтоваться может. Неплохо. Добавляет легкую путаницу в игру. Особенно когда и клинер, и Вультур. Угу. Так а чё, Сань, во сколько начало-то? Я про 7. Концертик, если чё. 7? Ну, двери открыты. Ага, он ломился, понял. Ребят, без очереди. Посмотрите на него. Сломал дверь. Не то оранжевого цвета, какого оранжевого цвета? Лизард. Извините. Это модерские разборки сейчас. Кто раз этот цвет? Деритесь. Легко. Ой, только не вот этот, пожалуйста. Только не кислотный, пожалуйста, да. О, нормально. Отлично. Всем хорошо. Стартуем, кайф. Хорошей игры. Ладно, удачи в игре. Хорошей игры. ГЛХФ. ГЛХФ. Шериф в здании. Работаем. Наша задача — найти мафиозов и зарезать. Что тут за парочка была у камня за мной лежит? Не-не-не-не, братан, не сегодня. Так, а белый шкипер — это кто?
Пош Рибуса 500 рублей. Блин, как же Эриан Лиль заказывает Рибуса каждый раз. Так, Изар пошел, в Электро двое, в Электро в один. Белый вроде бежал. Вулканец, флэш. Что за игнор? Ну, вот вообще-то в игру играем, алло, что за игнор? Сожрали кого-то, да? Ну, есть ощущение. Кто съел деда, признавайте? Деда съели. Бля, так хочется сказать, я съел деда, но нет, это не я. Конечно. Деда, скорее всего, съели. Деда я видел последний раз в Электрике. Это когда было? На секунд, наверное, 10-12 назад. Юник был в Электрике приблизительно в это время. Нет, это неправда. Да, звучит как... Звучит, а ты уверен, что секунд 10-12? Звучит секунд... как вранье, потому что деда там не было секунд 10-12. Ну, до... Да, да, секунд 10-12 назад мы там с флешом были. Алканец был с Римузом, по-моему, нет? Нет, подожди. Алканец был в Электрике, и мы с Алканцем вдвоем делали квест о Ризму, там даже и не пал. И зачем вы деда съели? Секунд 10-12 назад не было его. Риму засъели после первого саботажа связи, и если мне не изменяет память, то Римус после первого саботажа связи убежал вообще направо. Нет, после, после второго саботажа... Ну, его уже, слева его не было. Слева на втором саботаже я его видел прямо на этой, на связи. Они смотрите, в момент саботажа и после саботажа слева были Юник, Мун, Алканец и Чарупа, по-моему. Да. Нет. Как нет? Ты же на камерах стоял, не? Да, я стоял на камерах. Чарупа в админку прибежал из Электрики. Ты был в Электро, бегал, видел там Юника. Но он был все равно, в начале раунда Чарупа слева. Ну, я был слева. Я был в админке, потом слева. Римус был направо, то до навигации он не доходил, потому что после первого саботажа я все время стоял. Да я видел Римуса в Электро, блин, короче. Блин, алло. Славика, я думаю, довольно давно сожрали. Да относительно недавно, относительно недавно. Может, короче... не 12, может, 20 блять, секунд. В моем понимании, я помню, что Алканец был с Римуза. Может, там, конечно, тоже был Флэш? Но мне кажется, Алканец тогда Мафло, не, либо Флэш-Алканец. Алканец оставался в Электрике, типа, Римуза я не видел. До выключения последней связи я 9 человек считал на админке. Алканец затер с кем-то Римуза в Электрике, но только, есть, ну, типа, кто-то говорил, что Алканец был на втором, что Римус был на втором саботаже. Так, ладно, надо внимательнее. Я прям... Что, проверить Алканца, что ли? Короче, Флэш лежит в связи, но я не знаю, где именно, потому что я прибегаю на связь, оттуда выбегает шкипер, Алканец стоит, чинит, у меня загорается репорт, я выбегаю из связи, он пропадает, забегаю обратно, репорчу, вот так вот. Не, было темно, не поэтому... Ну, предполагаю, что подо мной тогда он лежит, я... Потому что вышел, я увидел тоже кнопку репорта. Ну, вот я только починил, считай, ты за репорт. Ну, я чуть вверх только вот шажок поднялся. Слушай, я выбегал, он там стоял еще. Ну вот ты выбегал, у меня уже при забегании горела кнопка репорт. И Алканец просто... не перемещался никуда. А где был Вуди в первом раунде? Ну смотрите, я стоял на починке, встал еще, когда этот два саботажа. Смотри. Я будь в первом раунде я был с правой стороны. Смотри, я был с правой стороны. Я, то есть, первый поставил колбу, прошел по правой шкипер стороне, сделал квесты, да. Потом зашел в Электрику, увидел там Алканца. Как раз таки Риму завидел, еще кого-то. После этого я связь починил второй раз, когда ее сломали. Все. Ну да, я
Камерам тоже как-то... Второй раз, я говорю, в первом раунде я связь починил. А, про первый раунд. Да, про первый раунд я подтверждаю то, что Вути сразу после починки первого саботажа выбегал из навигации и побежал вниз. То есть это правда. А кто еще был в навигации? Больше я никого. Я был в навигации сейчас. Навигация была еще желтая. Ты меня должен был видеть, Юник. Первый раунд, ребят. Вы про первый раунд. В первом раунде после Вути до второго саботажа никого не было в навигации. Ну смотрите, в навигации стоит коробка, во-первых. Веб чуть пофиксил. Во-вторых, Муну я верю. Потому что он стоял все время на камерах, он точно не мог там участвовать. Коробка, кстати? Для меня Вути. Прямо на кустах. Для меня Вути мав. Справа. Там, где прицел поставить. А у нас вультура включена? Да, 50%. Чайник умер. Проверим сейчас с этим. Сценки надо проверить, но вроде должен работать. Ренлиль, спасибо большое за подарочную Сани Варлорду. Сорян, тут немножко у меня это котлетка отвлекается, котейка. Чё, чат, кого будем проверять? Вути? Пышо что-то за мной бегает. А где он? Юника под камерами на перекрестке возле админки. Камеры горели. Камеры горят, после вижу. Включения, ну, починки саботажа. На саботаже был Визар, Тварына починил связь Алканец. Тварына, а Визар с тобой прибежал? Да, он сверху прибежал. Нет. Потому что он сначала побежал за тобой, а потом что-то. Если я не ошибаюсь, он с метеорита, короче, бежал. Да, я сейчас направо убежал в сторону просто искать труп, на самом деле, потому что я сильно подозреваю Тварыну на эту тему. Мне не понравилось, как во время починки он стрейфанулся налево, соответственно, хотя мы вроде бы бежали вместе с ним, он не стал чинить саботаж, а ушел дальше в хранилище. Я не уходил в хранилище, я на входе в связь танцевал, и хорошо. Когда включился... Ну, короче, когда я подбежал репортить трупы, во-первых, не зарепортил, не сразу, подождал 2 секунды, и камеры горели, соответственно, человек на камерах должен видеть труп, что я не делал этот килл. Я видел, что Тварына не делал килл, он подошел снизу. А ты, типа, на камерах, да, в Вути стоишь? Я был в реакторе, да, я сразу ушел налево, и сейчас на камерах стою. Ну, смотрите, это не я, не ПШО, мы стояли в навигации на коробке. Алканец, когда Вути. Я забегал в навигацию, Тварына как раз выбегал из навигации. Соответственно, я сначала раунда пошел на эти крики, стрелял их и дальше убежал. Кого ты подозреваешь? Я подозреваю пару шкипер-тварына. Шкипер-тварына. Не знаю, я предлагаю Вути по прошлому раунду. Но мы не могли затереть. Юник его утопил. Не знаю, алканец Вути для меня два мафа. Скорее всего. Мы не можем быть с Вути, мы могли быть с флешом. Флеш мертв, я, соответственно... Ну, да, можно Вути по прошлому раунду. Я согласен, Вути по прошлому раунду. Давайте Вути. Ну давайте с Вути начнем. Я считаю, что это саморепорт. Саморепорт? Да. Я считаю, что вы с Вути. Окей. Сейчас проверим чат. Да, блядь, прикинь, не успел, он на секунду раньше меня нажимает. Пиздец. Там КД одинаковый у них или нет? Или у шерифа? По речи было понятно, что он мафлон. У него меньше КД, да? Ну и Ути, короче, прочитано. Ладно, должны, я думаю, разобраться. На щитах он. Ну, стреляй, на щитах алканец убил.
Почему Ну, потому что один человек был на камерах. Мы вместе бежали с ним. Я сейчас стоял, дед был закрытый. Культура — это тот, кто же труп уже. Это алканец, потому что алканец дал с щитов как раз. Алканца по первому раунду еще, да? А ты визор на камерах, да? Да, я на камерах. Затиранию Римуза. Никто не мун не убивал, я голосую. Прочитали, получается. Саня, ты шерифом за мной бежал? Ну, конечно, шерифом. Конечно, шерифом. Ну и логика была такая, что типа я надеялся, что все видели, что я за тобой побежал, что если а меня можно, убьют... блядь, забрать у Алканца нож? Такая хорошая игра была. Че, поел, дед? Римус Вультура. И меня еще и затерли самого просто в первом же раунде. Блин, ну, Вуди спалился по первому раунду очень жестко. Вуди спалился, да, и у нас дальше... Дед съел сам себя. Получается, повезло, то, что я на камерах стоял как раз после саботажа первого. Это как этот, как трек 25-17. Голодная собака ест сама себя. Это про Римуза трек получается, что ли? Римус собака, что ли? Вы что, охуели, что ли, вообще? Извини, мы разбираем трек. Мы же про рэп сейчас снова. Ты собака, я собака. Ты собака, я собака, получается. Блин, хорошие донаты были раньше. Да, не то, что сейчас. Эх. Там еще где-то проскакивали, ты чуханец, я чуханец. Хорошие игры. Хорош. Опа. Я нашел чуть выше нижнего двигателя, он в коридоре лежит. По-моему, туда камера не должна доставать. Был только что в электрике, там были со мной два или три человека, их не подозреваю. Я подозреваю Юника, который стоял на канистре, он не заходя в электрику, потом налево побежал. Секунд 7-8 до репорта. Мне он никогда не нравился. В электро был тварина, тварина убежал направо, алканец побежал, соответственно, налево. Слай, ты меня с кем-то перепутал, потому что я... Ты его с кем-то перепутал, потому что Юник в конце раунда стоит в админке, но меня тоже удивило, почему, типа, горит саботаж кислорода, а Юник в тупую, типа, стоит на админке. Потому что я смотрел, ожидал килла и смотрел в итоге. Смотрите, Юник на канистре, я его видел. Он был на канистре в начале раунда. Да. Потом Юник ушел на админку, Юник стоит на конец раунда на админке, я эту инфу подтверждаю. Даже не наконец, вот как только я залил канистру, я сразу же... А кто еще был в электро? Я прям за тобой бежал. Визор, ты за мной бежал. А налево только алканец, да, убежал, получается? Ну, похоже, я никого не видел, чтобы тут налево... Подожди, Славик, а где конкретно ты его зарепортил? Ну, чуть выше нижнего двигателя. Ну вот, я видел, как он пробегал через нижний двигатель совсем недавно, подозреваю байт. А это не Римус и не Шкипер, потому что Римус починил верхнюю, а Шкипер как раз бежал во время саботажа со стороны админки на верхний кислород. Да, я с верхнего пришел на нижний, там видел флеша Юника от Шарупа. Ко мне забежали Мун и Тварина в админку. Это откуда вы забежали? Вот ну, с верхнего. Электро. Я бежал из электро с визором. Мун не знаю откуда. Мы с ним пересеклись. Мун сверху пришел, понятно. Если он конец был в электрике. Юник, куда откуда пришел? Юник с канистры пришел на админку, но типа намного раньше саботажа. Я бы кикал Славика, потому что очень похоже на байт. Ну, никто больше не мог. Ну, пошелок. Либо он жестер, либо... Либо пошелок, кстати. Либо удаленный кикер. Вобл в навигации рядом с Римусом. Сейчас минус 2.
Юник, что это было? Юник был с ПВО только что в Электро. Ты видел, что это было? Что-то не видел, ты хочешь сказать? В Электро то пока нету. Сами. Подожди, Ремис, они убежали. Видел, что это было? Ну, как бы, смотрите, я качал Wi-Fi, получается, на коммуникации. Закончил, работала саботаж коммуникации, я ее починил. Выхожу наверх, падает Шо, и рядом Юник. И, по-моему, два человека сейчас справа были. Ну, ты же видел, что анимации не было, что я упал, да? Я видел, вроде как он упал, его вроде Юник не прыгал, я просто упал. Я успел видеть только то, что он, типа... Ну, это очень странно, потому что ты уже в коридоре был, прямо передо мной, когда он упал. Могла ли это проверка от шерифа? Это либо проверка от шерифа, но только непонятно зачем. То есть, типа, ПВО проверился в Юника, получается. Ну, Юника по первому раунду подозревали. Либо это удаленчик. Еще раз, смотрите, если у нас Славик ушел мафом, то это проверка от шерифа. Если Славик не ушел мафом, то это в первом раунде был удаленный килл вампира, потому что Славик зарепортил его над движком, а я видел, как он пробегал через движок. То есть я видел падающий. Ну я не знаю, опять же, то, что я видел, вот, как я поднимаюсь, и типа Юник отбегает, но ПВО падает в этот момент. То есть как бы, да, ну, анимации все. Я не видел, но ты отбегал от него. Ну, я не успел среагировать просто на репорт. Он упал подо мной. Бля, меня кикнуло. Хуёво, там теперь надо кикать кого-то по-любому, потому что критика не будет. Первом теперь раунде. У нас критика, да. Ребят, смотрите, завалил, блядь, сука, дроба, ну не надо. Такая катка интересная. Ну хотя Юник как бы вышел на след. Короче, кто-то из них мог укусить. Смотрите, у нас в прошлом раунде кто был под подозрением? Славик, Юник... Да Юник не был под подозрением. Юник не был под подозрением. Я Юника окрасняю. В этом раунде я... Я проголосовал Визора, потому что если это не Тварена, то это Визор укуси. Ну, не, Визор сейчас не мог. Нет, я понимаю. А, сейчас не мог, сейчас. Ну, спасибо хотя бы так. Мы проиграли. Я пришел, чтобы так не делать. Шестой даже не нажал в итоге. Я не успел. Нажимайте раньше. А быдно чуть. Ну да ладно. А чё там, в Дискорде не стримит никто из наших? Нет. Ну тогда ждем чат, когда каточка закончится. Блять, и дропы дропают дальше. Интернет. Ну ты там как себя чувствуешь? Нормально? Всю неделю травлы с Инедом. Эх, плохо ему, да. Когда будем бить рекорды по стрику члена экипажа? Ну, явно не сегодня, видишь, уже тут ножи дают направо и налево. Та-та-ра-та-та-та-ра. Мне кажется, что если б меня даже сейчас не кикнули... Ну, короче, Юник должен был разобраться, по идее. Маловероятно, что... Юника тут нельзя было убирать, потому что если мы не попадаем в Юника, якобы может быть два мафа на столе. Ну, то есть Юника бы никогда не кикали. Скорее всего, они бы додумались до кика меня. Ну, Юник в итоге это и сказал. Да? То есть он говорит, что есть удаленщик между Визором и Твариной. Вот. То есть, по идее, все равно килл был такой. Не очень. А вот первый килл получился гуд. Что, их там двое валяют, что ли? Где? Что? А кто второй был в кислороде сейчас? Какая роль у Рима заинтересована? Я стоял, квесты делал. И трупы не видел. Хорош, тогда не надо, нельзя было кусать ее, типа так. Как так может быть? В идеале они должны, да, разбегаться, но... Прямо потому что они разбегутся, шанс не будет. У меня не надо было кусать. Я был в квесте, я труп не видел. Подожди, Мон, ты был прям в кислороде? Да. На каком квесте? Не, мы зонщик не будем ставить. Слушаем на то, что листики нужно закинуть. Не там, где рычаг, а там, где листы перетягиваешь. Хорошо, где был Визер в этом раунде сейчас? Я в этом раунде весь раунд был слева, сначала был в реакторе. Это ты был в реакторе, да? Да, и потом я уходил в медичку. Меня в реакторе видел недавно. Давайте я немножко объясню. У меня получается, что
хил между Муном и Римузом. Но очень странно, что Мун не репортит. Для меня Мун, скорее всего, джестер. Потому что довольно долгое время два человека в верхнем кислороде. И еще по некоторой инфе я знаю, что трупу некоторое время уже есть. Кто оставался с Юником в админке? Вути. Я был там. И ты все его видел, да? Я видел человека слева и... Ну что за вопрос? Ты же к нам сам прибежал. Ну, ну я что знаю, за вопрос, Зумир, алло. Ты что, мафлочишь, что? Чего? Чего? Короче, ладно, неважно, мы в Вути все время в админке. Тебя мы подозревали? Не... Мы не проиграли, потому что... Ясно, короче, ладно, я проголосовал в Римуза, потому что боюсь, что... Мы... Я в Юника. Привет, Сюша. Нет, явно не в Юника, в Римуза тоже голосую. Я не короче, знаю, трупу достаточно долгое время, и Мун при этом находится на кислороде, тоже достаточно долгое время. Меня не было, я говорю, я когда забежал в кислород, трупа не было. Я подозреваю, Юник просто подо мной убил и сейчас вкидывает. Нет, мы бежали вместе. А кто это, Мун, да? Ну, Мун на джестер. Не знаю его роли, но ребят, реально похоже по речи на джестера. Мун пытается помочь Римузу. Не, мой, я в Муна голосовал. Зачем? Я не голосовал в себя, я в тебя поставил. Ну, игра, судя по всему, продолжается еще, да? То есть у Римуза есть шанс затащить. Мун по моим страткам катаем. Тара-тара-тара. Ну что, голова утром не болела. У кого? У меня? Нормально все. Юник Вультур, ему тоже невыгодно последнюю мафу гонять. А рели Юник Вультур? Прикольно. От чаепития. Нашел-таки. Нет, чаепития, ребят. А, визор на Юника. Если в меру, то ничего болеть не должно. Да-да-да. Нет, могут быть одновременно в Луне, честно, думал, не это... знаю. Можно спросить. Ну, такое. Блин, а я что-то стоял, думал, я прикрыл флеша. А они продолжают играть или что, или нет? Подожди, а Мун был в итоге джестером, да? Да, я был джестером. Я нашел труп флеша, я стоял секунд 10 на нем. Короче, у меня горит... У меня горит эта коричневая стрелка на труп. Я смотрю, там два человека в кислороде. Стоят, что-то стоят. Вультур новая роль, я сам еще не особо разбираюсь, что кого, но типа надо трупы есть. Джестера и типа помашнить на голосование, типа, но. Ты бы там не намашнил, там один со мной был весь раунд, второй не начал. У тебя могло получиться, если бы ты Юника на голосование убил. Вот если бы ты Юника убил Вультуру на голосование, у тебя могло получиться. Ну и как я увидел, раньше не было такой роли, она новая. Он же сказал, что его роль позволяет некоторое видеть время кила. Ну, так у нас по нему Вультур есть еще... А, Сира нету, да? Есть. Сира нету. Нету, нет. Ну, у нас нету Сира. Пустите в игру. Да нахуй. Так-то, типа, Сир тоже позволяет видеть время. А, не Сира, это я про медиум, сори. Сира не будет. Как обычно, я умер, вот, я не, вижу не, со стороны, не заходите, я знаю, как играть, да, вот это вот, ты же знал, как он будет. Пожалуйста. Надо было убивать его. Я знал, да. Где наш десятый? Привет, привет. Я это, пытаюсь зайти, пока не пускает. Сюка. Ну а чё не пускает? Серваки. Пробел удали. Да нет, там нормально все. Тут именно игра. Ну ты почему на саботаже еще люди вместе? Не бегают, типа, вместе его чинить, а стоят, блядь, у админки. Почему? Только чтобы да, не кстати, заходили в игру. Да, такой вопрос. Сейчас еще попробуем. Ну, наверное, потому что саботаж горит, сколько там, 30 секунд? Скажешь, а когда когда это можно будет? У меня, кстати, если про то, что поиграть с нами, на втором кислороде, по идее, когда Римус меня зарезал, все, кроме меня, просто тупо проигнорили саботаж. Ну, я стоял убить, потому что бежит человек через метеорита. Флэш, я бежал как раз чинить, мне хватало времени успеть чинить, потому что на 8 секунде я уже был практически у кислорода. Юника, почему ты в славе? Надо винду переставить, я считаю. Потому что сначала надо свинам поначинать, потом ты видел момент моей смерти.
Нажимать. Еее. Меня пустили. Надо было на втором раунде нажимать в Юника, на самом деле, на критики. Там, там не было подозрений в Юника в первом раунде. Все сказали, что он на админку победил. Я никогда там. Ладно, если вы захотите узнать что-то, то... Спросите. Не, спасибо. А кто убил в итоге Алканца? Тварыня. Понятно. Нормально, кстати, получилось с Алканцем, а вот второй килл уже плохой был. Хорошей игры. Так, ПВО налево с Алканцем на канистре. Уп. Лайтер у нас мирная роль. Обзор дает какой-то момент, когда мы нажмем кнопку. Например, сейчас. Зеленый. Флэш выбежал. Короче, история такая: есть удаленный килл, Юник забежал ко мне в админке и сдох на мне, то есть это либо варлок, либо вампир, и потом флэш его сожрал. Не-не-не, погодите, не флэш его сожрал, а у меня есть вопрос, типа я забегаю в админку, вижу репорт, пробегаю типа комнату, чтобы найти труп, и репорт ну типа пропадает. Ну, cool story. Да, cool story, потому что когда... Я не знаю, либо Волчур выпрыгнул из винтов, сожрал, и флэш типа уже добежал, и там не было репорта. Может, ну, типа, выбежал... может быть такое, потому что типа я пробежал всю комнату, чтобы поискать, типа, где труп, когда я увидел репорт, и типа репорт пропал. Вульчура. Я выбежал на камеры, помансил чуть-чуть, можно? Сбегает флэш, я возвращаюсь, трупа уже нет. Угу. Смотри, флэш, а как ты искал труп, если Юникс и ПШО стояли прямо на столе, свет был, если бы ты забегал и у тебя загорался репорт, ты должен был видеть труп. Но я его не видел. А у меня другой вопрос. Откуда ты знаешь, где труп? Я знаю, если никто я не предполагаю, говорил, где труп лежит. Что труп Юника лежит на админке на столе, потому что когда я забегал секунды 4 назад, ПШО и Юник стояли в модельке прям друг на друге на столе. На админке. Короче, звучит как Cool Story Bob. Вот, и я убежал из админки, как раз поднялся сейчас в метеориты. А я забегаю в админку и не вижу трупа. Вижу репорт, но не вижу трупа. Ты покушал, вот такой, вот такая вот хуйня. Ты покушал? Подожди, видишь репорт, но не видишь трупа, и чё? И кто? Я вижу репорт, но не вижу труп. Я пробегаю всю админку, и репорт пропадает. То есть у тебя на глазах, короче, перед тобой прям, типа, съедает какой-то чел из винтов труп, и ты ныкается, ты его не видишь. Не знаю, голосуй во флэша. Флэша на девятерых можно это сделать. Мне кажется, изи вообще. Что-то вообще можно ПВО просто кигнуть в размены. Мы можно типа, кинуть ПВО в размены. Ни один человек не сказал про винты, то, что кто-то, типа, выпрыгнул. Хотя винты видны. С камер видны или откуда? Я в размен кинуть, когда я всю инфу дал. Не, ну логично, тут флэш, скорее всего, погорел. А чё, кстати, Вултур, это же типа мирная роль, да, считается? То есть два мафа и этот чел еще. Правильно я понимаю, чё-то? Ну, а самому тоже посчитать этот список ролей будет. ПВО, Римус. Ничего подозрительного не увидели. Так, Саймон, Канец, Римус.
Нейтрально, как Джестер. Должен сажать три трупа, говорили, да, вроде. Визор подозрительно бежал. И репортик сразу. То ли он от меня упал, то ли добежал, упал. Ну, короче, прям. Блять, вот пошел все-таки, да? В метеоритах. Как-то так совпало. Прикинь. А ты кого зарепортил? Ну, то есть Флэш реально был вултуром, но кил-то ПВО сделал. Два мафа. Римас где-то в районе хранилища умер. Я когда стоял с Алканцем в хранилище, он долбился в правую дверь. Мы зашли с Алканцем, Алканец трон столовки пошел, правильно? Или куда ты пошел, Алканец? Я в админку прошел. Я видел тебя на карточке. Так, я на карточку пошел, остался с ПВО. Я в левой части карты был сегодня. По идее, должны тут кикать. Я видел, ты на камеру стоял, потом время, ты куда побежал. Я сейчас за самореп, по идее. Когда делал квест, собираюсь убегать. Так, ну ладно, виза. Такой себе, кстати, реп. Кто говорит на админке? Наверное. Я стою на админке. Только я не на этой. Кстати, если это для дистанционный, мода? То я подозреваю ПВО, потому что он прям 200 секунд. Смотрите. Мне кажется, должны сейчас ребят, одного смотрите, флеша мы все-таки кикнули точно не мафом. Он был эти вультурой. То есть на шестеро и нам обязательно кикать. Я не знаю, с правой стороны, так как кто был? Алканец был. Смотрите, да, Алканец был очень давно там. Я подозреваю Вути саморепа, объясню почему. Потому что когда я убегал справа, Чарупа и Римус были ну, в районе навигации. Они оставались там последними справа. Mm-hmm. У админки сейчас справа нет никого. А Римус действительно убежал вниз и тоже умер. Ну, то я не знаю, по мне смотри, по мне. Это стопудовый самореп. И я буду голосовать в шкипера. А по первому раунду, когда сейчас убили Юника, есть какая-то вообще? По первому раунду я не мог убить. Это чистый варлок. По этому раунду никто, кроме тебя, убить не мог просто. Дела, нет, это варлок мог. Он еще мог. Ставик, по идее, мог. Не, удаленщик 100% есть. Не знаю, голосую по ПВО. Во, ну ПВО вообще никак не мог. Нет, это явно не ПВО. ПВО может быть дистанционным, если флеш будет. Очень давно. Короче, разобрали мирные. Это Требус, изикатка. Я не знаю, откуда ПВО пришел на дверь. Меня визор видел. Посмотрим, сумеет ли ПВО в одного на вампире затащить. Будет тяжело. Делаем квестики. Давно стрим идет. Часок примерно. 45 минут, если точнее. У тебя краснял. Потом же не жмут, походу, попали. Да вроде не окраснял. Он наоборот вкинул. Я вот что, я хотел сказать, что флеш в первом раунде мне не понравилось, как они с Вути бегали в районе электрики. И туда как-то когда Римус побежал, и просто он меня как-то по вижу, но пропал. Я думал, ну, не типа... все, но он остался жив. И типа. Короче, Римус за меня. Нет, визор, который убежал, он убежал раньше меня с камеры, но... убежал, но, видимо, я не знаю, я его, блин, в моем понимании это такое, ничего возможно, не значит, если был человек, я бы на это не обращал внимания. Возможно, нет, я его не увидел. Нет, если... А если бы это делал какой-нибудь условный Маугли, то, наоборот, еще больше подозревал бы ПВО после этого. То у нас только ПВО, по идее. В смысле только ПВО? Я сказал, блядь, в том раунде, что был удаленный килл, и флеш забежал, сожрал. Ну, так... Нажал кнопку при этом. Как я тут получаюсь? Как так-то? Ну, вампиром получаться можешь. Понятно. ПВО около 30 секунд до репорта. Ну, да, опять же. В левой части карты. Не, опять же, ПВО не забегал. Вот я помню, я на камерах стоял в первом раунде. Я не помню, чтобы ПВО забегал в админку. Я помню, как Юник забежал. Он стоял в админке уже на тот момент, когда Юник забежал. А это может быть вообще другие. Ну, есть такое. То есть кто-то может. Короче, смотрите, Славик это Алканец, это Максим Эмриал. Ну я в ПВО. Славик это. Мы типа давайте. Да давайте просто квесты доделаем и все. Давайте нормально еще. Нормально, кстати, не будем. Я так просто попиздел на теорию Славика. Ну, Славик просто, это Славик. Смотрите, визор у нас слева, он же слева и остался в прошлом раунде. Форейдер, да, я не помню. Вы вообще меня не спрашивали ни разу. Шкипер, это я все посчитал, вроде понятно. Вот. Я про Муна вообще забыл. Дайте Мун скажет. Да, что я скажу? Я квесты делал.
Ага. Закончил на левой стороне. Ну. Блин, много вам сказал я за 5 секунд. Носили человека в электрике. Меня Ники Вамунгер на сцену с мини-паспорта, ну типа того. Так. А, Славик, это Саймон. Точно, Саймон Лип. Кстати, он и до этого ники менял часто. Почему голосование не тайное? Оно тайное, просто меня уже убили, и мне показывается. Скрываются все карты, я вижу, кто маф, роли остальные. Вообще тайное. О, мафло, смотри. Мафлит. Поменяю сейчас паспорт. Флэш. Это за шо? Та-тара-тара-тарам, пара-па-пара-парам. Пуру-пуру-пурум. Так, ну он стоит, смотри. Охотится, жертву выцеливает. Ишь ты, мафло. На вампире. Опа, лежит. Мертвым, ясно. Еще, кстати, шериф. Мы только что с Алканцем забежали в админку с хранилища, там был Мун вместе с ПВО, потом мы втроем стояли, Мун выбежал в коридор, мы втроем стояли в админке, и потом выходим, и он лежит в коридоре под админкой. Ну и визор был в этой в столовке, да? Да, на последний конец раунда я в столовке. Нет, откуда нет, я у Славика спрашиваю, вот когда мы забегали, его же не было, да, там с Муном? Нет. Там было две закрытые. Последний раз пересекался в коридоре у админки. Ну тогда это ПВО, потому что... Почему ПВО? Как я мог его упустить? Это абсурд. Лежат, блядь, чеснок везде. На всем ебали. Ну все здорово. Все ебал в чесноке. Нет, ты его укусил. Его убил. А, сейчас бы борща с чесночком. Не согласен. Наверное. Ну, типа я стоял в админке, он тоже со мной стоял в админке. Все ебало прям. Кто с тобой стоял? Я не мог его... Это абсурд. По таймингу вампира, если визор убил, то Славик его должен был заметить, потому что Славик... То есть со сметанкой, с сальцом. Если Славик визора не видел, то по таймингу... И с поляницей. Я встал на админку, и типа было закрыто еще дверь в столовку, я видел нас троих, и я видел, что как только дверь открылась, человек появился со столовки. Понимаю визор, откуда визор пришел? Понял, что не прочь перекусить. Пересекался я нахуй с Муном, концерт, приезжай ко мне, у меня есть борщ, слишком усердцовый, блин, флэш, байтит, смотри. В коридоре у админки. Но без поляницы. Не в админке заходил, он не мог убить. Ну, сейчас я конец раунда в столовке, соответственно, бегу из навигации в столовку. Ну. Я не понимаю, как он мог убить. И Варлок. Я мог убить, ты понимаешь? Ну, смотри, я знаю, что Алка не смирный. А кто остается, если... Дэш поляницу сделал смайл. Кайф. Пошел, верно остается, только у вас по удаленным киллам я, блядь, ни по одному не подхожу. Пошел, не везде чеснок в админке. Как вы меня вычислили? В том же и дело, что не везде подловить можно. Ой, блядь, по первому киллу как можно было меня подозревать, хуй знает. Ну, по первому, я говорю, я так... Ладно, по первому киллу как можно было на... Там что-то ручками убил подозревать. Но как тебя на вампире можно было подозревать, я не понимаю. При том, что меня зарезали. ПВО, нахуя ты меня затопил? Так ну, тебе надо было его ответить. Я себе алиби сделал. Воды не хватает. Как мне казалось, оказалось, что наоборот, блин. Ну, типа, да. Кого? Деда не хватает, как обычно. Я бы тебе, ну, типа, я бы тебе дефал до конца. Расслабься, малой, я здесь. А, фух, он уже начал переживать. Наконец-то он здесь. Давай. Блин, а я вот реально успел квесты доделать и даже успел показать на ПВО. Когда Славику и Алканцу, которые забегали.
Мне я надеялся, он чуть дальше отбежит и где-нибудь. Понравился комментарий, вы не уник из АПС. Нет, ты меня укусил, и я прям... Хороший. Ну да, я видел. Я увидел, что мы ты... Тихо. Начал за тобой бегать. Съебываем от стола подальше. В мед, например. Чисто краснились. Любимая роль, да. Что делает роль? Она показывает цвета на админке. Я не люблю стоять на админке. Ну, короче, отвратительно, если что. Ну и что это было, Алканец? Не знаю, что было. Ну, как бы ты убегаешь из админки, и там труп ПШО валяется. И ПШО как бы пересекался только со мной и с тобой. А ты в админке не остался? Неловко вышло. Тихо, подожди. Я думал, что Мун и ПВО вместе в админке оставались. Когда убегал. Нет. Я выбегал, я оставлял вас двоих. Вы как раз встали на проводка в админке. Я спустился вниз в сторидж, сделал проводки. Юник, а вы вдвоем там с Визором не забегали в админку? Нет, мы Лэш забегал. Нет, мы ушли как раз мимо админки пробегал. Я мимо админки пробегал, но на проводах... Тупан, да, лютый сегодня. Привет, ребят. Ну, потому что... Ладно, как раз ладно, мы поняли. Где умер дед? Кто видел... Кто съел деда? Смотрите, он точно не бежал налево в начале раунда. Справа его кто-то видел? Я не видел, я на вечерниках стою, там Славик вроде... Кого, Римуза я справа видел на метеоритах. Вроде не видел. В начале раунда Римус стрелял метеориты. Я мимо него пробегал. В начале раунда не знаю, я сделал сброс листьев и сразу встал на метеориты, и ко мне второй пришел Славик. Римуза я там не помню. Не, ну вообще Вути говорит правду, потому что Славик и Шкипер стояли на метеоритах, я когда из админки пришел. И по админке я видел как раз двоих. На метеоритах не было там никакого третьего, ничего. Че, Алканец Вути, что ли? Мы его не затерли. Его не затерли, да. Мы вдвоем с Вути сбрасывали и встали. Мы изначально пошли и сбросили. А где вы закончили? Там на Алканец зашел. А где Визор закончил? Я закончил, получается, в коридоре у админки, я делаю проводки. А флеш? Я закончил в левом верхнем движке, но последнее, что я делал, это пробегал через админку. Ладно, Мон, ты достоин этого. Кто мне победу подарил, ребят? Я реально выбегаю от живого ПВО, и кто мне подарил победу? Супер. Не знаю. Что-то флеш, похоже. Джестерон, что ли? Флеш выбежал прям, типа, мимо него пробежал. Да я порезал. Красиво. Нормально. А, ты двоих прям успел рубануть? Нормас, да. Нормас. А я скипнул, кстати. Я просто увидел, что второй маф Вути, типа, я тоже скипнул. И, типа, поверил, что он кого-то убьет. Это жестко. Я никого не убивал пока. Я не поверил, что Вути кого-то убьет, поэтому решил просто тупо нарезать по КД. А я как только начали Вути подозревать, я сразу начал его окраснять. Я подумал, что в меня начнут голосовать. Ну, что поделать, флеш очень неудачно попал в джестером. Так причем он реально за спиной у меня его подрезал, я от трупа не убегал. Хорошая игра. Хорошо. Четко сработано, кстати. Что-то у нас до хера прям клинеров всяких разных. Его не было в навигации. А где он был? В навигации был я, Флэш и Римус. Ну, точнее, мы с Римусом, потом Флэш снизу пришел. Там еще Славик вообще-то. Четко вообще сработал. Ладно, кто видел Алканца? Его стерли в самом начале, скорее всего, в левой части. Ну, могу ошибаться, но стерли в самом начале.
Чего ты взял? Ну так. Как-то так. Если в самом начале в левой части, то один из подозреваемых может быть Шарупа. Я не был в левой части. Шарупа в админке был. Да, я был в админке. Он бежал с нижнего двигателя. Да, с нижнего двигателя он бежал. Я напоминаю, Славик закончил в навигации. Тихо, погодите. Это неправдивая информация. Это абсурд. Я не побоюсь этого слова. Я был в админке, я был в электро. В нижнем движке я не был. Ну, поэтому я и говорю, Славик был в навигации. Почему он решил, что слева вообще кого-то затерли? Я сказал, что стерли в самом начале раунда. Скорее всего, слева. Я не могу. Не уверен, что слева, но скорее всего. А откуда инфа? Подожди, откуда эта инфа, да? Я не понимаю. Ну, вультур я, хорошо. Блять, что нахуй происходит? Ничего. Короче, это типа из той серии, я так понял, что он в ультуре, у него стрелка показывала налево, а где слева стерли, вот знает. Понятно, похер где, может в центре карты. А нормально я так еще рулю, типа, вскрывать? Почему мы вскрываем роли, блять? Вы понимаете, может у него стерли прямо в коридоре рядом с ним? Ну он может фейковать роли. И он может вы спрашиваете, я сказал инфу, потом вы начинаете откуда спрашивать инфу и что мне говорить? В чем прикол? Ну говори, откуда у тебя инфа? Ну я сказал, откуда у меня инфа. Я не был слева на нижнем двигателе. Чей это друг? Просто скажите, пожалуйста. Твой, Римс. Друг Юника. Стопудово. Кстати говоря, друг, если ты не знал. Это стопудово друг Юника. Его будет поменьше в чате. Труп Юника в админке. Ну, Морига, скипнуть? Это не Римус и не Славик. Можно скачки, да. Мне кажется, а чё, я его только что живым видел. Буквально секунду назад. Дай чешу. Что случилось? Забегаю в админку. Труп Юника на этом. Я из столовки. У нас, а может быть у нас может быть удаленщик? Ну, рано же. Мне кажется, это больше как бы не прошел откат. Для а удаленщика. Не а кто горит? Никто не бежал вниз. Кто горит в админке сейчас был? Вниз я убегал. Я был вот на связи. Я сейчас не в админке. Я мне в хранилище стою. Мне кажется, это байк. Я с визором мидбая. Мы с ним прибежали, типа со столовки. А может кто-то напомнить инфу по первому киллу? Его зарепортили или нажали кнопку? Нажали кнопку. Нажал кнопку. Да, и Славик вбрасывал в меня, что я был типа слева в нем. Я вбрасывал. Это другие. Кто другие? Ты вбрасывал. Я говорил, что ты бежишь слева во время саботажа. Вбрасывал юник, который умер. Слева я бежал из электро. Я говорил, что просто он слева, и сейчас у меня стрелка даже не загорелась. А может кто-нибудь посчитается, как бы скажет, где он? Да, ну, я в оружейке, мимо меня пробегал Славик, по-моему. Нет, я в верхнем двигателе закончил. Ну смотри, короче, в оружейке мимо меня пробегал, то ли Славик, то ли Пешу, кто-то из них. Кто сейчас говорил, что про этот, про админку, что Юник был в админке, вот кто? Я не, но я с ним не был в админке, мы с ним выбежали из столовки. Давайте как к ним Славика, я добежал до оружейки, и ты... Я отсохнусь с этой хуйней. Не знаю, я думаю, что там. Я думаю, это байт. Стрелка не загорелась. Если у Славика реально вультура, то это 100% байт. Потому что у него не загорелась стрелка, только в байте. Вообще, блять, за вультура не надо. Мы кикнем его потом тогда, значит. Можете кикнуть меня в размен. Предлагаю потом обсудить момент вообще, что вультуру, как бы, подобную инфу давать не стоит. Мы обсудим эту инфу. Обязательно обсудим. Тут обсуждать даже нечего. В принципе, такую инфу давать не стоит.
Шарупа убил. На камерах. Угу. Не на камерах, под камерами, на перекрестке. Интересно. Странно то, что Флэш был ближе, чем я. Я увидел, типа, килл, но я, типа, я не смог сориентироваться, что произошло. Блин. Это нет, да, шарупа убил, от меня упал человек. Нет. Для меня это было настолько охуевше, что, типа, блядь, падает труп, бегает под ним чел, типа, блядь. Я по камерам видел, как шарупа именно прям прыгнул на труп. Прыгнул? Ну, кстати, да, прыжка на труп я не видел. Но я по камерам вот это видел. Я думал, что может быть даблкил. Он прям прыгает. Ну, типа, либо это прям супер тайминг, что он бежал прям на него, и в момент, когда они пересеклись, он падает. Ну, соответственно, для меня это скорее как именно прыжок. От меня убился человек. Может быть, это была проверка на шерифа? Может быть, это была проверка на шерифа. Ну, я говорю, тут, понимаешь... Тайминг таков, что он... Не, вы можете кикнуть меня в размен в любом случае, но... Вот, когда шарупа прям на нем был. Вот когда вот два человека друг на друга бегут. Да типа, ну, как я видел, труп упал, когда мимо него пробегал и я, и шарупа одновременно. Я прыжка не видел. Нет, вот это вот откровенная ложь, потому что флеша вообще там не было. Там шарупа один стоял рядом с трупом. А ты был на камерах в этот момент. Флэш был. Я не был на камерах в принципе, Мун. Ты Флэш бежал снизу, это неправда. Он... Я бежал снизу, я чекнул тебя на камерах. Выбегая из камеры, я пересекаюсь с шрупой и с убиённым. Это я, проверка. Я, к сожалению, не запомнил, кто это. Для меня шрупа мам, Флэш Джестер. Вот так. Потому что, когда я выключил камеры, Флэш выбегал из комнаты. Я скипаю, потому что, типа, Мун, типа, блядь, не маф, но маф кто-то среди нас. Поэтому среди я скипаю на пятерых. Маф среди нас. При двух мафах. Дальше дерзим. Нельзя скип критика же, но... Там 5 человек, ну а как, типа, Муна голоснуть? Просто нет подробностей, чтобы голосовать. Кто-то еще мог в Муна проголосовать. Не знаю. Не понимаю, почему он не кинул. Возможно, не сориентировался. Возможно, КД еще не откатился. Ну, наверное, жадно было с моей стороны. Ну, что-то прям очень хотелось. Вот прям очень хотелось попробовать. Бля, какого хрена мы на четверых разбежались? Будьте, вот ты где сейчас? Я в реакторе, если что. Тот же интересный вопрос. Увидел, как, типа, убежали люди налево, побежал налево. Никого не нашел. Слушай, да, блин, я в реакторе. У меня сейчас скилл между Вути и Флэшом. Ну, типа... Какое КД, он же не брал никого. Так а я откуда знаю? Ну, я видел, что ты бежал на админку, я точно так же пробежал, типа, изначально на админку. Не сориентировался, Флэш. Не поверил, может быть. Я дворы утопил. Говорил, что это байт. Визор в меди. Я его оставлял в меди, я побежал в столовку, встретил тебя по пути, когда забегал в столовку. Ну, типа, я бежал налево, но, типа, я когда выбегал с админки, типа, я в меди не видел. Бустер 200. Вот, и будет в меди я не знаю, откуда он бежал в герои. Я добежал до коридора. Бустер, спасибо большое за поддержку. Не будь и ни визора не нашел, не догнал. Я в реакторе сразу ушел. Вдвоем мед ушли, я прям побежал налево сразу. Флэш, было бы красиво, если бы тогда Флэш сориентировался и добавил. Можно вопрос? Флэш, ты же скипал на пятерых, да? Да, я скипал на пятерых. А почему? Ну, я скипал, потому что, типа, очень интересно, но нихуя не понятно. Что за роль, ну, типа, Славика? У нас два маха. Мы кейкали только Славика, который спалился якобы на вольтуру. Нейтральная роль, которая труп есть. Я затупил, типа, что мы Славика кейкали как культуру. Я думал, что у нас один маф остался. Не знаю, я во Флэша проголосовал. Ну, кстати, да, во Флэша за скип можно проголосовать. Ну, я автоматом точно голосую в Вути. Флэш не должен был тогда скипать на пятерых. Хотя можно, типа, подозревать ему, но... Да. Он не должен был это говорить. А смысл мне кнопку нажимать, когда вы все разбегались, если я на мафии? Я просто знаю, где килл, я закрою дверь и убью потом кого-нибудь из вас. Ну, типа, да, логично. Согласен с тобой. Ну, типа, я автоматом голосую в Вути, типа, даже не знаю. Не знаю, я голосовал в Тварину тогда, Мун, вспомнил. Подозреваю, что Флэш Джестер, но я все равно поставлю в него. Мне кажется, Вути мирный, может быть. Так как, если Флэш Джестер, вы все равно проиграли. Да.
Типа, мы и так проиграли. Если я не попадаю, либо там попадаю в Джестера. Ты же слышишь его инфу, что он говорит, да, что он не выбегал из комнаты, хотя он выбежал из комнаты. Да, он выбежал из камер. Так, Саня, давайте, я понял твой килл, ну, но да, не успел килл, я не успел остановить Муна. Давайте про Вольтура поговорим. Да что говорить, просто не надо такую инфу давать, ну типа, что это за бред? А, ты незамерных играешь. Саня, да? Я могу раздавать баны на твоем канале, вот просто так? Не надо. Нет. Вот, вот хотя бы за фразу флеш-руина. Да камон. Можешь затаймичить. Кто там руины? Ну типа, я не успел. Да не успел, бывает. Короче, чтобы он не зарепортил, давайте мы не зарепортил будем труп. Там даблкил, по идее... Нет, так в моем понимании Вультур вообще не должен это говорить. Нет, это же... роли открывать нельзя. Нет, нельзя открывать роли, блядь. Роли? Можно давать инфу по ролям? Не, инфу по ролям, да, но... Где труп? Где его сделали? Я дал. Вы спрашиваете, откуда инфа, что мне говорить? Мне молчать вам в ответ? Что вы хотите от него? Да нет, смотрите, он автоматически проигрывает, ну, то есть скрывает свою роль и часто проигрывает на Вултуре, потому что его мавки убивают. То, что он как бы скрывает роль и при этом присоединяется к мирным, ну, это его право, это как на Джестере выбрать сторону, по сути. Его разбили, он сам говорит, где килл, и еще говорит, почему он там, ну, типа, ну, скрывая роль. Ну ты смотри, ты же можно о хакере сказать? Вот нет, я видел... Что просто это нормально. Будет каждый раз, у нас же, ну, Вультур часто будет или не часто? Часто. Ну, камон. Вультур будет, как и Джестер, 50 на 50. Либо тут, либо... Не знаю, я бы предлагаю эту инфу не давать. По-моему, так. Ну давайте, хорошо, давайте сделаем, что Вультур не имеет права давать инфу где-то. Ну, типа, Вультур, типа, это хуйня, если Вультур, типа, говорит... Ну, просто представьте, вот каждый раз, ну, типа, Вультур будет говорить, я Вультур, труп там-то. Ну, типа, что это... Ну, это ему в минус, как бы. Ну, это да, понятно, спасу, но что это же ломает игру, будет, это неинтересно. Да-да-да. Но это ему и Маху в минус, как бы, тоже нужно понимать. Ну, давайте, короче, не говорить просто на Вультуре. Давай, я когда был на Вультуре, я тебе не сказал, что... Тут скорее, как бы, Махам надо помогать, а не мирным, откровенно говоря. Ну, да, хорошая игра. Так, медик, ребят, у нас мирная роль. Мун с юником. Можно батить на ульту. Можно, ну, типа, вкидывать непроверенно. Ну, короче, такое. Для меня тут сложно определиться, как вообще это воспринимать, потому что это, ну, первый раз я играю, я еще не понимаю. Ну, но навскидку это выглядит так, как будто это... Ну, короче, не нужно делать. На коммуникации уже прилетненько так лежит. Там два чела было. Там, не знаю, кто у нас там на админке стоит. Какая версия Амонга? Последняя? ПВО я... стоит. Ты видел что-то? The Other Rolls мод 292. А сейчас там... я его видел. Там три человека всего было. Слева не было его. С правой стороны я остался на метеоритах. Я сделал метеорит, и сейчас... Есть камера, и два человека в электрике. Два человека на камерах, сказать... сейчас никого нет. Я стоял на камере. А, кто камеры горят. Нокер. Я был в реакторе, сейчас в нижнем дышке. Да. Юник спускался из навигации и пробегал мимо коммуникации. Больше из навигации туда никто не спускался. Из админки тоже люди туда не выбегали. Это правда, я поднимался это сейчас... Флэш, забей, камон. Да. ПШО, шкипер выбежали из админки, шкипер как раз побежал вниз из репорта. Душит в чатике. Фарына выбежал из реактора. Больше... А, флеша я еще видел, он из меда, из столовки забежал в мед, из меда забежал на верхний двигатель. Все. А сколько? Нет, это cool story, Боб, я никуда не забегал, я остался в меде. Ну, значит, я перепутал, значит, я в меде. Sorry, Боб. Ребята, ну, типа, сейчас ты был вся там. Карта закрыта, двери все закрыты? Нет. Ну, в нижнем движке, по крайней мере, не закрыты двери. Я через в общем, в электрике визор алканец весь раунд. Нас зачем-то сейчас закрыли в электро. Я подумал, что, типа, ну, закрывали всю карту. Не, а это свет починили? Свет визор починил. Ну, они вдвоем, очевидно. А мы всю игру, да, у нас по админке видно. Ну, короче, у меня тогда остается это либо юник, либо саморез шкипера. Вот так вот, и я бы предложил его разменять. А больше никто не спускался, да? Нет, больше никого там не было, потому что все остальные как бы посчитали... А давно человек, на связи прибежал туда? Просто там не было человека, когда я прибегал, это давно было. Я на админке увидел, там стекло 7. Я бы начал со шкипера, потом юника просто. Да не, ну, блин, ну вы...
можно, только надо нажать сразу сейчас кнопку. Говорят, что только такой мафлом. Мы не кикнули кипера. Сейчас надо нажать кнопку и начать разменивать тогда. Ну, всего две... Одна кнопка останется. Типа мы потеряли юника. Разменивайте, но... разменивайте. Я убил на шерифе. Все. Да, под камерой я видел, стоит юник на квесте, выбегает шкипер из камер. Я встал на камеру, и под камерами шкипер убил юника. Подождите. Тогда нет смысла в размене. Потому что наши два подозреваемых это были и шкипер, и юник, которые были с правой стороны. Римус, есть смысл. Ну а если будете, типа, не шериф? Ну да. Может, он просто есть смысл в размене, потому что мы не можем на 100% быть уверены, что шкипер шериф. Я об этом и говорю. Ну, типа, с другой стороны, как бы, зачем шкиперу убивать второго? С кем его будут менять? Типа, знаешь, пытается окрасниться вот так вот. Нелепо, да. То есть мы такие, ну не надо разменивать. Знаете, и все. Из той истории маф убивает мирного, типа, и рассказывает, что он шериф, никогда такого не было, и вот опять. Ну, просто, типа, никто больше не вскрывается шерифом, понимаешь? Ну да, и да, кстати, это если бы он был мафом... Все равно лучше, чтобы не параноить развенять. Ну, парень, слабая пати, как обычно. Тихо. Пати у него слабая. Да. Че, кому щиток даем, чат? Ты сука, там два чела, да, было? Один чел. За прошлую катку. Опа, в люк туда прыгнул. Там все-таки труп. Короче, когда забежал на верхнюю ручку, у меня... На нижней ручке. Ну, я понял. Хлопнула крышка люка на верхней ручке. Соответственно, алканец, это тот, кто убил Римуза. Хотелось бы кикнуть, блядь, до невозможности алканца. Почему нет возможности? Ну нет возможности, потому что эта падла не сходила с камеры. Я его хотел именно за это скикнуть. Не-не, там именно я видел, как чел прыгал. Ты когда бежал, камеры горели, я не обратил внимания? Я когда бежал, типа, я за это и хотел алканца кикнуть, за то, что, типа, горит реактор, а он тупо с камеры не выходит. Да, я объясню почему. Потому что я видел, как Римус побежал, я понимаю, что Римус успеет, все хорошо, и визор стоял уже в перекрестке. Значит, визор, да, это сделал. Значит, визор и убил сейчас визор, и визор через низ прыгнул в винты, и сейчас в мед забегает или выбегает. Но у нас, типа, вопрос, ну, типа, такой очевидный, визор где точно. Мун. Сейчас. Мун в правой части. Не знаю, я выбегаю. Если Мун в правой, второй, если по идее. Если Мун я в правой части, то... А, подожди, шкипер убил мафа. Ну, короче, визор, да, получается? Ну, типа, это очевидный визор, да. И все, и ГВП. Визор, даже получается, просто на Баунти Хантере двоих убил. Нет, я не на Баунти Хантере. Он просто убил, и вы мимо его трупа пробежали. Я просто думаю, что ружника, блядь. Потому что, ну сколько можно стоять уже просто на камерах и не чинить. В этой хранилке, когда двери закрывались. Да нормально я стоял, я говорю, там, я видел, как Римус бежит. Алканец дал в итоге самую правильную инфу. Он сказал, что визор там был, я подошел, в итоге реактор не починился, зашел, условно, в шарупу, да? Не зарепортил. Конец жив, Римус мертв, всем счастливо, господи. Видел, Саня побежал на верхнюю ручку. Я не видел трупа, да, я не видел. Я побежал на нижнюю. Да, это не суть. Самое главное, он видел, типа, кто убил в итоге. Потому что два человека зашли, они должны подчинить. Все. Человек не чинится, значит, один убийца.
И он дал алиби мне, то, соответственно, я выпадаю тоже сразу из подозрения. А что обсуждать, язык от как гонекс? Юник, я самый краешек тебя зацепил, честно. Какие камеры вообще? Чего? Вот прям самым-самым краешком тебя зацепил. Знал бы, что ты на камерах, я бы забежал на камеры резал. Ес, наконец-то крюмейтик. Кайф. Мог спасти Рибуза. Ну, ребят, спас флеша. Желтый Римус. Флеш. Ломается связь. Камуфляжер. Так, флеш, визор, Римус. Ну, те же люди, да? Флеш, Римус, визор. Остался на... Так, мульти, флеш. Славик. Юник, Римус. Репорт от Муна. Муна вообще не видели, да? Это слева, наверное. Ну, очевидно, его сделали в начале саботажа связи. Труп Муна лежит на верхнем двигателе. Когда связь включилась, я на админке его видел там, ну, сколько секунды, 4-5, и побежал за репортер. Не тварина, не флеш, не это... визор, не Римус. И не шкипер. Ну, скай... Они были справа. А Вути тоже был, да? Шкипера Вути... там не было. Вути фиксил связь. Я починил связь. Я видел, Вути забегал из карго, если я не ошибаюсь. Я Вути, в миде был. Вути тот, был кто пофиксил связь. Исключать, конечно, нельзя, что он типа до саботажа порезал, а потом починил. Я вообще нигде. У меня еще, ну, два предположения. То есть, либо его подрезали, включили саботаж и в самом начале, короче, было. Тогда это не Славик, потому что за секунду до саботажа мы там виделись в складе. Либо в конце саботажа, тогда Славик нужен. Юник ПВО его... получается, кто-то из. Если вы его. Подожди, еще раз. Славик видели... был. Когда включился. Давайте еще раз. Вот включился саботаж, потом включился камуфляж. Ты где видел Славика? Я за 1.5-2 секунды до саботажа видел Славика, бегущего из админки на электрику. Да, я на электрике встретил Юника, и мы там до конца камуфляжа. Он ко мне в камуфляж забежал, но я не знаю откуда. Я пришел с хранилища. Не, он пришел действительно с хранилища. Где был ПВО, хорошо? Я был в начале раунда в меди со шкипером, потом побежал направо. Направо? Сделал куда? Столовки, направо, справа тебя не было. В столовку я забежал, потом побежал в электрику. Ну, что-то ПВО как-то так себе. Ну, короче, рассказывает. Еще смотрите, я видел, что я убегаю направо. Очень странно это все, потому что первым забегал в мед я и вообще был там один. И Нимуна... Для Юника очень странно, я там бы не было не было шкипера, но вот мне очень странно. Нимуна не... Что никого не было в меди, это, конечно, пиздёж. Для ПВО, мне кажется, джесть. Соответственно, его резанули за мной. Ну, идут. Типа Юник, либо ПВО. Думаете, ПВО джестер? Непонятно. А Мунг уже умер, как массовые люди. Как мне нравятся вот эти расклады про умирает, что-то там умер. Новая карта не прижилась, походу. Как думаешь, какие у игры перспективы? Да абсолютно похую, ребят, не знаю. Не думаю, какие перспективы. Я играю в игру, мне нравится. Мне, типа, норм. Для меня ничего не умирало. Для меня все как бы живее всех живых. Просто улыбаюсь подобных вопросов, как правило. Какие перспективы, понятия не имею. Каждую субботу бахаем с ребятами, вроде по кайфу. Вроде все четко. Так, Славик, Римус, флеш, Луканец. Вообще вся братва туда. Во, бежит на кнопку. Славик, Римус, Славик, Луканец, флеш, Пути. Луканец. Что-то побежал на кнопку, но не нажал. Нажал только сейчас. Скажи, нет желания сыграть на другой карте. Нет, скельт топ-карта. Играем можно для вас ее. Убили, но... Я понял, ты будешь что-то говорить? Я бы хотел еще раз по первому раунду.
ПВО, ой, ПВО говорю. Славик, а ты откуда прибежал в хранилище? Из админки. Был на админке, потом в хранилище набрал канистру и пошел к тебе в электрику делать таски. У меня вопрос. Вопросы вы видели, да, друг друга? Мне кажется, что тварина поторопился окраснять визора. Потому что визор прибежал к нам сверху после камуфляжа. Когда это, простите? Поторопился окраснять визора. Нет, визор был сразу. Визор был изначально? Визор был на метеоритах, да. Верно. Короче, с начала игры справа был тварина, визор, Римус и Флэш. Все, хорошо, смотри. Ну, да. А Вути прибежал потом, правильно? Вути окраснял Флэш, потому что он типа чинил саботаж связи. Вути прибежал, да. С Карга, он починил коммуникации и потом был на этих... На а как Карга попал? Я же говорю, из меда сразу. Мы были с ПВО в меде, он ушел, я так понимаю, налево, наверное, или я не знаю, я его потерял. Я ушел на саботаж. Ну, если вопрос был, как массовое хорошо, явление, Мишалюты, может, как массовое, шел, как массовое явление... Я говорю, Мона я вообще не видел. Выстрелил. Римус, тебе вообще не нужна информация? Все поиграли. Кстати, вот я уже все получил. Давно все забыли. Все отлично. Смотрите, когда я забегал в админку, я со шкипером массовое не пересекся, это первое. И... Но я не был там. Ну так я же забежал, мы в коридоре должны были пересечься, и связь не чинилась очень долго. Ребят, 20 секунд, можно еще поговорить чуть-чуть? Смотрите, в первом раунде, в самом начале в меди был я один, и я пробегал через верхний движок. Я в электрику прибежал через левую часть. Соответственно, я так понимаю, что Мун прибежал за мной через верхний движок. И его подрезали за мной, то есть для меня маф между ПВО и Вути. Ну, я тебя не видел Юника. Ты видел Юника вообще, блядь, в меди? ПВО, не знаю, по-моему, вам жесть. Да, Юник был... Вот жесть, Юник Маф, господи. Он жестер, Юник Маф. Ну, может быть и так. Мазер Славик Флэш. Снова связь, камуфляж. Конец пошел с нами. Блядь, дед. Нашел в коридоре возле навигации, там камера по идее работала, я не репортил до сих пор, пока камуфляж не спал. Камера заработала вот только сейчас, потому что связь только сейчас починили. Ну, видели тогда, что это не байт. Я вижу, что ты бежал, да, к трубке уже. Да, я держал просто пока этот... Это не прошло, Славик. Труп валялся уже там. То есть... Не шарупа, не визор, мы в электрике были. Это ты был, да, в электрике? Да, да, ага. Я с тобой бежал. Плюс. Кто был на связи? Ну, Славик был на связи. Славик, я его видел. Я починил связь. Я там сейчас стою, отошел от связи, и шарупа надо мной бегать. Да. Там были шарупы, ПВО, Флэш, Алканец, Славик, да. Могу окраснить только ПШО. Я не знаю, откуда Славик прибежал на связь. ПШО точно... ПШО точно справа не было. ПШО с хранилища пришел. Типа, ПШО с админки пришел. Мы вместе пришли. Значит, Алканец и ПВО пришли с админки, правильно? Ну, я пришел из меда, включился саботаж, ПВО выбежал из админки. То есть, в теории, саботаж, винты убил и... Мне... Ну, это достаточно сложно, ты бы винты, скорее всего, да, я кто-то со связи увидел бы. Да, кстати, я бы увидел в коридоре, реально. Славик на связь точно пришел не слева. Да, может, упустили просто, он пришел и упал, все. Я набрал канистру и пошел чинить связь. А не, это было, короче, это что-то cool story. Нет. Это враньё. Нет. Когда начался саботаж связи, я был в хранилище, и в хранилище, кроме меня, был только ПШО, который пробежал в камуфляже, типа, вниз. Славика там даже рядом не было. На момент камуфляжа, когда он уже начался, я был на связи. А Тварина был с вами, да, на связи? Я был в электро с визором, а потом пробежал на связь. Суд не намечается, кажется, я без понятия, честно.
На самом деле уже скоро заканчиваем. Вот. Еще полчасика поиграем. Мне надо будет на концерт ехать. Славик, Юник, Визор. Пошел флеш. Наконец. Наконец, флеш, чарупа. Визор. Шкипер. Юник, админка, выбежал. Свет. Визор. Пышо. Пышо типа джестерок, да? Что-то слишком много канистра, да? Да блять, Славик мафло, походу. Только что убили визора в нижнем движке, маф. Бежал сверху, побежал в сторону электро. Ути получается. Я нет, почему? Я с камер только-только отошел. Ну ты не только-только отошел. Я тебя чекнул на камерах, пробежал до меда, камеры уже не горели, я успел сделать квест в меде и добежать до верхнего движка, и да, камеры все это время не горели. То есть ты спокойно мог с камер сойти, спуститься в нижний движок. Да мог. Только я это не делал. Я не знаю, как бы что было. Хорошо, Вути, куда ты убежал с камер? Да я примерно там вот как бы перекресток, может, чуть-чуть выше. Кого ты там видел тогда, окей. Кто-то мимо тебя должен пробежать вниз тогда. Камуфляж. Не знаю, зря камуфляж тогда не переждали, потому что. Я не знаю, давайте просто посчитаемся. Это я просто да. Посчитаемся, с кем я сейчас в складе шугнулся. Я могу, наверное, можно последнее слово скажу. Краснею, наверное, только алканцы и ПВО. Почему? И Юник. Ну я их алканец убежал видно, направо, да? А ПВО тоже мелькал где-то справа. Это cool story, Боб. А меня ты не можешь краснеть? Ты должен накраснеть. Нет, Юника тоже могу. Я просто говорю, там как бы хаотичные были перемещения одно время, не знаю. Юника, ты справа, ну по этой инфе остается только Славик. Давайте считаться. Секунд назад встретились в камуфляже ПВО алканец. Юника видел одного справа прыгающим, ну в смысле это бегающим. Правой части. Я типа в районе сейчас верхнего движка. Камер пробежал до меда и потом вернулся до верхнего движка. Не, просто, Саня, да. А ты прям видел, как убили, да? Ну это прям в секунду. Мы типа бежали вместе, мы наполняли этот движок, он отошел, я прям вижу, как пробегает чел, типа падает труп. Славик я не мог секунду перебежать сверху. Это короче, Вути второй Славик, по идее. Славик может быть вторым, но этим типа это Вути. Ой, плохо. О, зря, разменяйте. А ой, зря. В смысле, да. Сука. Меня кикнуло, сорян. Окей. Ну, типа, учитывая то, что Саню кикнуло, я думаю, что мы с Вути угадали. Ну, или Саня убил. Либо Саня был мафом, либо Саня, да, саморепорт. Ну, может быть. В любом случае, мафа мы разменяли. Привет, Панкратион. Как бы оно ни звучало. Блин, как же это раздражает. Так, хорошо. Мафа не затащит. Да, по идее, то есть, Вути убил в первом раунде все-таки. Ну, получается. Я думаю, что мафом был Вути, а не со мной. Ну также мог на самом деле убить и ПВО в первом раунде. Ну, кто-то один из них, очевидно, убил, они оба, они там топтались на нем. Давайте скипнем, поделаем кусты. Я понимаю, что скипнем. Давайте подумаем еще чуть-чуть. Вути мог убить? Поспали на концерте, что рад был. Вути мог убить, что физически устал. Я сказал, что побежал в труп, да, и не факт, что он засаморепил. Возможно, зарепил, типа,
все-таки. Возможно, у него выбора не было. Он, может, там Маф Вижн увидел, что. Ну, потому Кило остался только Славик. Тоже был Маф. Сейчас узнаем. Я, мне кажется, вот эта инфа по прошлому Килу. По Килу я зарепортил Вути в навигации. Ну, Славик там, как раз таки Славик чинил связь. Я чинил связь, я пришел в хранилище. Там Славик чинил связь, на связи были я, ПШО и Тварина, кроме Славика. Окей. Я еще был, мы с ПВО вместе. ПШО точно пришел слева, откуда пришел Славик на связь? Я в начале раунда набрал канистру, потом над связью я скачивал данные, включился камуфляж. Включилась связь, и я стал ее чинить. Я на момент включения саботажа давайте уже был. Давайте квестики доделаем. Конечно, квестики доделаем. Ах. Кстати, сегодня концерт вороваек в рюмочной. Нормально. Так, а у нас вот такой концерт сейчас тоже покажу вам. Пока сидим, ждем окончания игры. ПВО убил. Да, я тоже думаю, что ПВО. Мы когда со Славиком бежали, точно не Славик, а Красняю его, мы со Славиком бежали из навигации, такое? У меня упал щит. А где труп ты нашел? Нашел Трабл, там Фибиан Мэн. Он в электрике лежит прямо на починке. День рождения Улисы из Кеминикс. В электрике лежит прямо на починке, ко мне ПШО прибежал на камеры. Славика, Сулкан, Семья, Красняя, потому что я их видел по навигации в камерах. Так что только ПШО. Ну, мне кажется. Поэтому герой сегодня не планируется, ребят. Да у меня когда щит. Скоро пойду на концерте, герои будут либо завтра, либо в понедельник. Дожественно. Да, а убил флеш. Охуеть. Скиньте команду для шаблона. Нет, пожалуйста. У меня когда щит спал, я подключал Николас. Бля, извини, просто и посмотрел. Извини, Бути. Или да ничего. Я почему-то нажал, короче, в скип, блять, и оно не нажалось. Если про шаблоны... Я же жал. Вот МТ ауткаст еще не знаю. Ой, всё. Да, ну Бути был очевидно. Да они, типа... Не, ну в первом раунде. В первом раунде либо я сказал, либо ПВО, либо Вути. Юник, а ну, если. Ты там... еще мог, Юник, но когда там, ты мне да, там, щит, там у деда крышу снесло, он почему-то меня топил. Бля, деда жалко кикнули. Дед, ты че, нормально? С дедом было бы полегче. Пробуй. Бля, Юник, ты допиздишься, я тебе говорю, бля. Фу, как грубо! Вот, блять, ты еще пару раз вот скажешь, ты допиздишься, я тебе отвечаю. Блин, звучит как угроза, кстати. Угроз от деда я бы опасался. Он страшный, его не пугает блин. Даже если ты в другом городе. Решил меня булить, походу. Стоп булить. Главное, что этот город в этой стране, ничего блин. Страшного. О, все, мне можно деда не бояться. Сегодня что-то прям на мафа-то прям сыпет. Первый раз такое. Три раза маф. Бля, меня кошмарит, когда на мафа сыпет. Типа потом, значит, у нас кто-то зайти, может, Тварина и еще кто-то. Ну, я пробую, да, сейчас. Я не зашел, я пробую зайти тоже. Ну, как вы все время режете на этих баунти-хантерах? Я, блядь, понять не могу. А давай кирки, лол. Ну, вот я когда играл на баунти-хантере, я просто резал в тупую. Все, ну, что шевелится. Лакирок. Да. И, кстати, нормально же прокатило там, да, давай их тех кила сегодня. Да. Ну, что, камуфляжа все-таки кайфовая роль, конечно. Хорошо, что не баг этот пофиксили в какой-то веке. Ну, типа оно как-то пофиксилось, походу, не у всех. У некоторых лагает до сих пор. Угу.
кстати, да, пусти в игру, пожалуйста. Сказал, вот он где-то в рюмочной интересный концерт. Воровайки сегодня в рюмочной. Бля, гаш. Римус, что, ты поедешь? Конечно. Мы с будущим уже уезжаем. Да, Римус уже в рюмочной, он, походу, это. Так Римус живет в рюмочной, это его рюмочная просто. А, блин, не пускают. Да, вам сегодня отказано, извините. Ну пустите разочек. Ого, тут пляжный шарупа. Или что за модная рубаха? Блядь, когда пляжные они сервера нормальные сделают? Никогда. Ковбойский шарупа. Придется задонатить на скину. Рубахи на пляж, конечно. Не, ну, кстати, выражение Римус сам рюмочное тоже звучит охуенно. Ну, я думаю, что Римус все-таки владелец рюмочной. Другой сердце создает, да? У меня есть версия, что он воровайка. Но он крышует рюмочную. В чате. Не поможет. Стендап, да, ребят? Еще какие-нибудь? Да. Или прожарка, да, какая-то сегодня? Прожарка. Прожарка дедом. Прожарка сегодня, да, какая-то. А чё сырым жрать? Тебя всё время жрут. Мне что-то кажется, что Римуса прожарить будет очень сложно. Почему? Получилось зайти? Да, я зашел. Я тоже зашел, ни хрена. Это волны. Идет по ощущениям, пару недель уже она идет, просто не понимаю, почему. Тихо, дед, все нормально. Я спокоен. Держи себя в руках, пожалуйста. Хорошей игры. Хорошей игры. Так, детектив, ребят. Почему я следы не вижу? Нет, вижу, нормально. Видим следы, если репортим труп, то нам могут написать, кто вбывца. Так, флеш, тутя. Еще данные остались. Их мы потом скачаем, я думаю. Только цвет вроде выключаешь, чтобы слал прям ник. Может быть. Наверное, и правильно. Что-то слишком жестко, если прям ник пишет. Он только что вроде пробегал, да, рядом с нами. Или нет? Труп Муна на камерах. Значит, нет. Прибежал через верх, его не встретил. Алканец откуда пришел? Алканец снизу пришел. С нижнего двигателя. Вообще, мне так показалось, что на камерах-то давненько два чела есть. Ну, есть такое ощущение. Римус не мог сделать, по идее. ПВО не мог сделать. Я не мог сделать. А кто второй был на камере? Шарупа не мог сделать. Тварина не мог сделать. Я справа был всю игру. Да. А в электрике кто сейчас был? В электрике я. В электрике я и визор, который прибежал непонятно откуда. Ну, я, получается, с реактора прибежал. Какие-то темные, светлые. Давайте посмотрим. Лениво, правда. Ну, а потом еще один подозреваемый. Да? Спасибо. А первый-то? Ты. Класс. Как давно второй человек ушел с камер? Да, по-моему, не уходил он с камер. Я вот просто выбегаем, я не знаю. Последнее, на что я сконцентрировал внимание, это то, что из столовки окей. Было три человека, разбежались, там двое в метре. Ну вот, мне. Со столовки. На что я обратил внимание, что когда я был в районе админки, камеры не горели. Камеры горели до последнего. Камеры горели до последнего, в том-то и дело. Где-то секунды 3-4 назад, когда над медом пробегал, они горели. Ну вот секунд 15 назад камеры не горели в принципе. То есть, типа, Мун стал на камеру не так уж и давно. Когда я пробегал над медом, они горели, когда я подбегал уже к камерам, они уже не горели. Ну,
получается, либо это тот, кто в электрике один из, либо это Юник. Типа Юник попал если... в байтера, что ли? Если тот, кто в электрике, то это только Визор, а не я, потому что меня должны огрызать те, кто были справа. Это только на случай, если найдешь, что раньше, чем тебя убьют, понимаем. Стоим со Славиком в админке, качаем данные. Свет погас. Желтый свет не чинится. Фиолетовый. И клинирок, да? Он меня заклинил? Подожди, а Славик не заметил, чешь? Он заклинил меня под Славиком? Вот это киквейтик. Я правильно же увидел произошедшее? Заметил, думаете? Он умер! О боже мой! Да, а чем мне показалось, что убили Римуза? Затерли. Можно инфу, короче, да? Смотрите, я был в электрике, ко мне подбежал. Как Римуз его? Он упал об меня, Юник подбежал, этот труп или стер, или съел. И сейчас Римуз у меня на глазах убил Юника. То есть я бегал сейчас за Римузом, чтобы Юник меня не убил. Римуз, конечно, на шерифе тут. Вот это, вот эту хуйню, то, что Римуз... Я думал, конечно, что убили Римуза, но вот эту хуйню я тоже краем вижу, но видел. Что-то орду из этого клина, конечно. Ну, вообще, смотрите, я дам еще чуть больше инфы. Были... Когда... Были винты, скорее всего, из электрики. Нет. Когда я Чарупу последний раз видел, там был Визор, потом прибежал Флэш. Юника... Юник, да, Юник прибежал с админки через столовку. Там, по-моему, с Визором с как раз и разбежался. Либо сам расскажет. Стрима пал. А как давно вообще убили-то? Убили. Это секунд 15 назад было. Угу. Да меньше. Или я гений. Юника видел живым в электрике, я убежал. Вот с... Юника, да, Юника уже убили. Юника и убили что? Только что, его репортят. Только что, да. Чего я его убил? Я говорю про килл Чарупы. Чарупу убили... Смотрите, я стоял так, в электрике. Потом я вот это увидел, выбежал в хранилище, меня там закрыли, я подождал хранилище, то есть это уже минимум 13 секунд. Потом в админке еще секунды 2-3 постоял. То есть 17 секунд где-то до репорта, плюс-минус. Ну да-да, похоже на правду. Типа... Ну, в общем, там были Визор, там были Славик, там были Тварына и Юник. А, и Флэш, и Флэш. А где, вот блядь, Флэш был, я с тобой, дура, на этой, на админке стоял. Короче, ладно, смотрите, нас семеро. Ты в электрике, когда вы можете, был... вы можете меня разменять, если что. Да не, не можете не менять. Алканец, я с тобой был в админге, когда нам закрыли столовку, да, нет, и карго. Когда тварыну убивали. Когда нас закрыли, это уже там 7 секунд назад. Еще Юник байта, да, попал. Это нас закрыли секунд 20 назад. Да не. Так, ну что тут? Парни, Плюша где? В кухне. И котлета тоже чилят. Также Плюша в чате, а также в сердечке. А как Римус не рассказывал, как он понял, что Юник мафло? Парни, Саша где? На кухне чилит. И тоже в сердечке, да. Прибежал.
на флом. Хороший крюмет, я все квестики поделал. Подсказала чуть-чуть синего мастера. Опа. Так, второй маф у нас варлок. Убили через меня на камерах лутим. Я со Славиком только что пересекся в хранилище, бежали. Он сейчас не, не двигается сейчас Римус, я вижу на этот, но он скорее всего. Но мы Риму заменяем в любом случае. Почему? Потому что на критике. Потому что ты якобы как шериф убил Юника. Ой, мы тебя меняем на критике шерифа. И по-любому выводим одного мафа. Да, да, да. А, да, давайте. Смотрите. У меня другой, ну, типа, я и тоже, типа, видел винты из камер в электрику, это выглядело, как будто это сделал тоже Римус. Конечно, Римус. Смотрите, просто в прошлом раунде там был дистанционный килл, и там мог быть и вампир, если вампир, то это был только визор, но если сейчас флэш говорит, что это варлок, то я после КД вампира пересекался с визором и... Алканцем только. Скорее всего, варлок, потому наверное. Что я забежал на камере довольно давно. Нет, ты! Ой, извините, я не вам. И слева все уже давно. Дед опять забыл таблетки прийти. Ну, по таймингам. По таймингам вампира типа не подходит. Пересекался я с Римузом, Славиком. Кто еще со Славиком бежал слева? Ну, Алканец стоял на админ. Почти все были, наверное, со Славиком в сторону электрики бежал еще один человек, я не помню, кто это был. Я убежал чуть раньше. Римус, Алканец, ПШО и Славик, получается. Короче, Славик, я сейчас вижу, там Римус, я отсюда ушел на админку, из админки и выбежал Слизера. Алканец. Ну, получается, со всеми пересекался. Ладно, да. Хорошо. Алканец сейчас на камерах стоит, я правильно понимаю? Нет, я на камерах стою, и со мной стоял Вути, я его репорчу на камерах. Алканец выбегал. Оружейку оставил визора в админке. Визор второй. Почему? Ну, я тоже так согласен. Ну потому что говорю, я пересекался после КД только с тобой и с визором, тебе я верю. Ну, квесты доделаем, мне кажется. Стул еще не затащил. Если убили через ПШО, то это стопудовый визор. Да. Ну я с ним только и пересекался. Ну, один квест можем скипнуть. Можем, ну, если что, можем и скипнуть. Я типа голосовал бы визора, это типа очевидно. Я тоже не на камеру сейчас стою. Ну я просто выгружу сейчас данные. На хуямерах ты сейчас стоишь. Сейчас стою на камерах. Она на камерах в админке стоит, но... Я типа ни с кем больше не пересекался, играл просто. А кто, блядь, нахуй ты скипаешь, Алканец? Ну я засал, мне выгрузить данные. Ясно, засал. Я 5 квестов за раунд зря что ли делал, чтобы тикать? Блядь, я чип... Ладно, похуй. Получается, похуй. Здравствуйте, привет. Началовая суббота без героев, играем в Among, ребят, уже скоро будем заканчивать. Надо ехать на концертик.
Я думаю, сейчас уже будет Ластецкая. Римус. Запишем, короче. Шо, у нас перерыв, пришло время поговорить. Алканец, пусечка. Отвалит мне. А как ты его зарезал, кстати, Римус? Как ты понял, что он маф? Там подозревали. Чуйка. Там такая ферия была с клоком. Стримопал, что ли? О. В смысле, его подозревали? Получается, допизделся. Юника подозревает. Юника по саморепу. Да, там не говорили. Юника, ну, все, Юника больше никогда не подозревает, все. Это всегда стримопальство. Ясно, понятно. Я, кстати, Ластецкую уже надо будет скоро бежать. Ой, наконец-то. Ой, в смысле, ну, сейчас сыграем. Тоже тебя люблю, Римус. Все. Хорошей игры. Хорошей игры. Чмоки. Гейл. Саля, тебе похуй, да, по-любому, конечно, похуй, ребят. Я ще похую. Юник там, смотри, на винте стоит уже. Мафло. Бежал направо. На сниче рашим квестики. Ни разу не удавалось на сниче мафов запалить. Сегодня точно получится, ребят. Джинджер, привет, спасибо за сабочку. Спасибо, Джинджер. Потушите жопу. Извините. Джинджер, спасибо. Видишь, как все радуются. Спрятался. Завали. Опа, флеш выскочил, дали. Че, инженер хочет сказать? Ребята, я не уверен, но мне кажется, они мафы. А что, убили деда? Кто посмел? А где труп? Труп нашел в хранилище чуть левее, чем сбрасывать листья, и оттуда сейчас бежал флеш. Но он не прямо... Я бежал не оттуда, а я бежал с скачки данных. И на скачке данных, кроме меня, еще стоял визард. На связи. Ну, я просто... Я ушел направо. Ну, типа, ты, когда я бежал, я якобы бежал слева, но я бежал со скачки, типа, со связи. Это был хитрый маневр? Хитрый маневр. Максимально хитрый. Так, а кого сожрали? Муна. Ему зарепили. Блин. Не, ну... Муна справа, кстати, вроде не было, да? Может, ультра Ластецкую тогда потом сыграть? Ну, может быть. Может. Че, вы думаете, это шару? Мун вроде в электрике был, но это не точно. Не было его в электрике. Флэш, ты инженер или нет? Давай честно. Нет. Значит, ты я маф. Не инженер, и я не винтовый. Он может быть этим, в Альтургии и ночью в Альтургии. Я не инженер, я не винтуюсь. Если ну, я видел, как ты винтовался. Если ты видел, как я винтовался, значит, ты видел морфан. Может, я, конечно, в глаза долблюсь. Ну, может, ты в глаза долбишься. Ну, мне показалось. Мне показалось, когда я был в электро, что флеш винтанулся в электро. Ты либо в глаза долбишься, либо ты видел. Хорошо, флеш, а кто винтанулся? Я не знаю, я не видел винтов никаких. Марфа, да, говоришь. А ты был в электрике? А где винты были? Вообще, за раунд я был в электрике, и, по-моему, типа, в то время, когда был в электрике, короче, Парина, меня там не было. Я в электрике был один, я поделал квестики, уже убегал, вижу, вроде как, что винтуется флеш. Я добежал до админки, закрылись двери в столовку, открылись двери, я забежал в столовку, нажал сейф. Ну, короче, ты либо продолбился в глаза, либо видел морфа. Ну, я видел, что вроде как флеш винтовался. Может быть, морф? Нет, я морф. И ты не винтовался. Ну, значит, второй морф получился. Получается, флэш, маф. Ну, ребят, дело раскрыто. Что там уже? На разыгрят, выйдем. Пойдем, выйдем. Пора замчист. Да.
Ноу. Синий. Опа. А кто там желтый, блядь, не увидел. Так, по мне то желтый, да, вроде как. А, Флэш, ты откуда пришел? Я пришел снизу, со стороны камер. Я не сразу увидел труп, увидел кнопку репорта, вернулся, типа, посмотреть, где труп. Короче, смотрите, труп супер старый, я вот не помню, свет и цвет, то ли желтый, то ли вути. Короче, сделал этот хил. Ну, типа, визор, я когда подбегал, визор, типа, был в админке, он из админки выбегал репортить, когда я когда увидел, что я подбегаю, типа. А, не знаю, я уже 100 лет в электрике, и там еще один человек. Так труп столетней давности, прям 100 лет. Мы с тобой были сначала в админке. Я не был в вути, да, по идее. Ну, если труп старый, то Флэш как раз этот килл не делал, не делал его тварына, не делал, по идее, ПВО. Ну, типа, мы все были, типа, слева в районе камеры. Короче, но или желтый, или белый сделал этот хил, по идее. Я не мог его сделать, я не был там вообще. А где ты был, а кто тебя видел? Ну, мы с вами еще не посчитали. Типа, я бежал со стороны электрики. Я дал инфу, я как бы цвет не запомнил, помню, что светлый. В электрике больше, как бы, нет инфы. Синий был со мной. Я чекал электрику, видел Вути в электрике. Потом видел. Добежал до админки. Я в электрике уже секунд, наверное, 20. Это... Киллу как раз 50. Секунд 20 и есть, Ути. Вот ты как отбегал, труп падал. Примерно. А что там делать? 20 секунд. А чего сразу тогда не... Потому что я на камерах знаю... видел. Я, короче, становлюсь на камере, нет. Падает труп, и вот типа то ли желтый, то ли белый типа отбегает. Ну, я желтого не видел, а ну, типа, я там... Понимаешь, Саня? Я весь раунд ты не выходил. Ты по камерам видел, типа, где труп лежал? Вопрос, да. Выходил визор из админки или нет? Никто не выходил. Если визор хотя бы на капле выходил из админки, он должен был, ну, типа, у него должна была гореть. Он прям вот сразу, вообще, там, репорт, вот буквально я только в коридор ногой, и сразу репорт горит. Кинул в Вути. Да на семерых какие Вути? Да, не знаю. Если... Два мафа визора. Ну, вот и нашли мафа, получается. Убийца винтовался в столовку. Кстати, алканец бежал же из столовки, нет? Ну, подожди, как винтоваться, если был визор в админке? Короче, хз. Вообще, что-то вот алканца подозреваю. Или нет? Или не подозреваю? Не знаю. Не надо, нет. Куда ты бежишь? Не надо. Не убивай меня, пожалуйста. Я слишком молод. Спасибо. А, его самого убили, нихера. И визор. Визор, что ты расскажешь? Я скажу, что либо это удаленный килл, через меня в том числе. Флотчата не принимали. Как... Визор, хуюдаённый килл. Хуюдаённый килл. Я отбегаю, блин, я починил электрику, я отбегаю, вижу, типа, подо мной лежит два трупа и бегаешь ты. Я только подбегаю, я бежал, соответственно, пересекался в навигации со Шкипером и Славиком. Вот все это время, по квестам на эти мафа, не по камерам. Ну, Славик сейчас в столовой, я на админке. Вот последний раз я с ними пересекался. То есть, как бы, я просто бегаю, как бы, вижу, что стоят, условно, как бы, ты еще там какие-то два, как бы, еще какой-то, например, труп, и просто влетаю и режу еще одного человека, зная, что еще один стоит и чинит. Серьезно? Зачем? Я, типа, ну, хуй его знаю. Ну, типа, у меня как выглядит? Я, типа, починил саботаж электрики. Я его чинил не один, походу, вдвоем, потому что один труп лежит прямо подо мной. Один труп лежит чуть в отдалении. Алканец чуть ты бегаешь под трупами, я даже не успел, бля, нажать репорт. Ты сразу прожал репорт, когда увидел, что я отошел от света. Верно. Понимаете, просто в первом раунде Флэш стоял на скачке, когда я нашел труп, когда я Римуза нашел. Вы говорите, что вы там вдвоем были, у вас разный цвет еще с первого раунда. Давайте шкипера кикать.
Нет, давайте визора кикнем. Нет, давайте у нас подожди, еще раз разноцвет. Два мафа на столе, да. У нас по прошлому раунду Шарупа по камерам видел, как от трупа отбегал либо желтый, либо визор, либо шкипер. Сейчас, ну, короче, логика сейчас... Славика, что типа в ути всегда маф, а второй либо флеш, либо визор. Да я не сейчас, маф. Сейчас подо мной я даже электрики меня... отбегаю, подо мной лежит два трупа. Славик, ты куда голосуешь? Визор. А давай визора. Нет, визор, я не делал этот килл, это ошибка. Да, если я подбегал, у меня не горел репорт. Блять, это просто мав, да? Пиздец, нахуй ты вообще туда подбежал, и как ты там вообще оказался? А ты хотел, Макс, у меня уебаться, да? А кого, блять, еще? Флэш. Понятно, и... Блядь. А, шкипер всё-таки флэш. Ну и твары не показывают. Ну не угадали, мафы. Пойдем со мной, блядь, будем кого-нибудь молодцы, пиздить. Молодцы, чё, ГГ. Кого найдем, того отпиздим. О, хорошая игра, маф. Как морф там, ребят, поживает. Давайте, Саня, то, что ты видел, это не я винтовался. Я не знаю, кто там винтовался, но это был не я. Я не винтовался. Блядь, может, мне глюкануло, но я прям видел, не знаю. Это был морф. Ну все, ты уходишь уже, или... Сань, я в принципе не винтуюсь. Да, пошел уже, ладно, все, не буду дело смещать. Да не. Куда ластецкая? Ну давай, ладно. Одну. Посмущай меня чуть-чуть, давай. Давай. Тебя смущай, ты старый хрыщ. Простите. Это я вслух. Я думал, я замьютился, извините, пожалуйста. Хорошая игра. Молодежь. Хороший. Наконец-то ластецкий крюмейтик. Поехали. Кайф. Флэш. Мне дали щит. Сорян, меня кикнуло. Юникалканец Славик. Славик, привет, а ты откуда такой? И стоит такой, ну давай, убей меня, давай. Резани. Чё такое? Чё? Как дела? Мафло. Славик. Короче, Славик винтуется на камеры, соответственно, либо маф, либо вульчур, либо инженер. Ты инженер, Славик, или нет? Йо. Он забежал пешком. Да? Мошморф? Блин, это флэш, наверное, был, по-любому. Подожди, а ты на винте стоял квест сделал, или ты на винте, хочешь сказать, не стоял, в принципе? Я вообще над столиком стоял, потом спустился, когда три человека заходило, чтобы с ними не пересекаться, и потом отбегал, действительно. Ну, показалось, как будто бы из винта. Ну, ты говоришь, что зашел. Молодые люди, окей. Нас затерли визором, скорее всего, его затерли, его выкинуло. Визора кикнула она из игры. Да, его затерли разработчики. Тогда сорян за кнопку, получается. А, нет, не сорян, спасибо за кнопку. У ПШО либо Mavskill Vision, либо он лайтер, вот так вот. Cool story, Bob, ни то, ни другое. Вот, потому убейте что его. То, как он чекает комнаты, возможно, да, только при таких опциях. Ну, значит, он лайтер. Я не чекал, да? Комнаты, я бегал по коридору. Да, я маф, я винтуюсь. Я знал, что не там... понимаю тогда, я зачем ты вот на полкорпуса. Еще раз, я стою на админке, я вижу, что там нет людей в комнатах. Я знаю, что визора кикнуло в метеоритах, я побежал чекать коридор. Ну, короче, понятно. Объясни мне тогда, блин, можно я договорю, пожалуйста? Да, объясни, конечно, мне, пожалуйста, говори, зачем пожалуйста. Ты забегал Кей, тогда в навигацию, я в комнату, я бегал по коридору. Ты забежал в навигацию и сразу же выбежал. Блядь, я это видел по камерам. Нет. Ты заговорил? Да, спасибо. Спасибо. Такие все вежливые, спасибо. Ну, короче, пожалуйста. Понятно, 4 вентюра, 5 инженеров, все, хорошо. Да, и 2 лайта. Проголосовал Рину, кстати. Это я был. Да, спасибо. Кстати, что я не подумал, надо было внутри Рину заголосовать. Стопудово мог. Почему ж ты не подумал, интересно? Блять, просто скриньте, если в Римуза просто порофлу, ну, засунут голоса, например, Next, в каком-то голосовании, у него просто
пердак улетит, как у меня всю неделю улетал от героев, например. Проверять мы это, конечно же, не будем. Но что-то у меня прям отчетливое чувство такое. Так, мне флеш, да, дал этот? Восемь джестеров на столе. Кнопочка. Что такое? За кого-то убили. Я его, по-моему, только что видел. По-моему, даже кнопки. Блин, это меня поставили киллом этим. Я его последним оставлял на админке. На админке сейчас пусто. Короче, это... Стопудово не я, не Мун, не Римик. Не Римус. Он был закрыт верхом дисплее. Шарупа. Я правда в навигации под камерами тусуюсь. Я его только что видел, если не ошибаюсь. Он на канистре стоял. Вот прям секунду до твоей кнопки и оттуда отбегал Римус 2 или 3 секунды назад. Римус. Опять Римус. Ай-яй-яй-яй-яй. Шо, дедуля? Хватит стрима палить. Кто на канистре стоял? Или кто-то другой стоял, я просто не верю, что это он. Но, по-моему, он. Римас, а ты уходил с камер куда-то дальше? Да, конечно. Так, блядь, ты должен был смотреть, уходил он куда-то. Вообще-то на камерах был Юник, на самом деле. Да, я был. Юник, может сказать. Флэш, я вообще-то раньше тебя ушел. Блядь, ты же со мной в столовке был. Красава. Не раньше, бирюзовый, не раньше, красный вместе бежали, вместе. Да. Мы вместе, типа, уперлись в закрытые двери. Гути уходил вниз из админки. Я в электрике сейчас. И что, ты Алканца не видел? Ну, он оставался на админке, когда я уходил. Римуза я не видел. Короче, ладно, я скипаю, тут все очевидно. Проголосовал в Римуза. Да хватит уже повторять это. Где пошел? Я, ну, я на, народ просто байчу. Да, вот реально байчу просто. Куда? А кто говорил, что... А кто говорил, что только что видел Алканца на канистре? Славик говорил, пошел куда, ты побежал из админки. Я выбежал из админки, я видел, мне показалось, что там мелькал человек между столовой и метеоритами. Я побежал, добежал, он наверх порыну бежал. На листочек. Понял. Бежал обратно. Ну, типа, тогда между Славиком и Шкипером. Голосуйте сердечком. Я пришел с правой части вообще. Я сбрасывал лисье, я вижу, что Алканец сквозь закрой коробку. Так, Рим. Мафы не докинули, значит, Римус маф, правильно? Тут изи. Вопрос, видел ли Юник, спалился Мафло. Прочитали. Римус маф. Жить надоело, что ли, блядь. Ну давай, зарежь меня, давай, попробуй. Сука, он рядом. Давай, побежали за ним. Я думал, ты меня трахнешь, я тебя сам трахну. Давай, на разы, чё такое? Подожди. А чё, кнопка килла не работает? Кнопка килла не работает? Что такое, дед? Иди сюда, подожди, сейчас всё будет. Не это того шарупа. Убил! Я видел его, это тварь. Блин, черт, палец соскочил. Я хотел Римуза убить на самом деле, но, блин. Сдаюсь, вот голосую мафи. В себя. На мафи так. Подожди, стой, не голосуйте в него. Это Римус. Голосуйте в меня. Нет меня. Нет меня. Римус мирный, ребят. Окрасняю Римуза. Нет, шарупа мирный. Я согласен, это я. Да, я приглашаю компромисс, это я. А что случилось? Может, вы расскажете? Да Римус, Шарупа и ПШО стояли втроем в столовке на выходе в сторону метеоритов. Потом Римус убивает ПШО и репортит. Это не Шарупа. А кто дал Шарупе щит в таком случае? Я. Да, ладно. Я не джестер, Флэш дал мне щит, а Римус мафло. Я видел. Тупо спалили. Вы видели, как прочитали Римуза? Маф не докинул и спалился. Маф не докинул. Нету, так рили, лол. Так я рили докинул. Саня просто без щита не такой смелый.
Ну, есть Кашас 600. Кожурей возлюбленный от меня по вкусному, как видишь. Ничего себе. Сделаем кашас, благодарю. Вкусный коктейль — это вода, водочка. Любимый коктейль кожурей. Викинг. Тихо. Так, шкипер. Опа. Пинги тут пингуют. Зря я флеша, кстати, сдал. Ну, такая йола ластецкая, поэтому нормально, мне кажется. Не, те, которые мы с тобой первой встречи в сквоте пили. Кожура такое не пьет. Кашас. Она бы тебе в лицо бы выплеснула этот коктейль. На самом деле нет, но Нурили не пьет. Пили мы, кстати, виски сауэр обычный, но он подавался в моднейшей рюмке. Мужской такой прям. Конечно. Нашел флеша в этом стороже у канистры. До этого оттуда Мон бежал. Туда Мон бежал и Юник. Блядь, я не обратил внимания, когда щит спал. Юника не видел, Мона не видел. Форхедер отвлекающий получился. Считаю саморе под Вути. Согласен. Почему? Потому что я когда пробежал сторож, там вообще никого не было. На мне навстречу бежал Вути. И потом Шарупа еще с камер бежал. Славик стоял на камерах. Я уже давно пробежал. И шкипер должен был давно зарепортить, если бы я убил флеша. Так я добежал и зарепортил. Смотрите, просто флеш очень давно. Я видел его на камерах в правой части. Еще секунд 15 до репорта. Он спускался в щиты и больше нигде не появлялся. После этого видел, как Юник бегал между админкой и хранилищем. Тварына выбегал из меда. Муна я под конец раунда увидел. Ну и Тварыну я тоже под конец раунда видел, он с реактора выходил. Смотри, Славик, ну я говорю, по таймингам. С Вути мы пересеклись практически под электрикой. Я за это время успел забежать к тебе, посмотреть тебя и выбежать в верхний движок. Он успел только до сториджа добежать и зарепортить там труп. Правда? Ну, потому что я электрику чекнул, да, потом дошел до сторона. Ты не забегал в электрику. Я забегал в электрику. Я не видел, чтобы ты забегал что в электрику. Что делал 15? Мы с тобой пересеклись, во-первых, не под электрикой, я в нижнем двигателе. Шо, дед, что Флэш делал 15 секунд? Я его давно видел. Не буду этого подавать, потому что сам я... Я когда ушел из админ, я оставлял Юника на админ, я пробежал сторож, там никого не было. Значит, не надо эту инфу давать. Знаю, мне тут нечего сказать, просто я сказал, как я это видел. Короче, я верю давай Шарупе, я верю Славику, я голосую в Вути. Я скипну. Понятно. Ну, мы же умеем играть вчетвером. Нет. Тут спрашивают, Сань, ты щит на Hotline UA купил? Да. Сравнил цены, кстати. Нашел лучшее предложение. Пашный. Говорят, мы вчетвером умеем играть. Ну давайте проверим, что. Нам надо бегать в толпой. Ну ладно, это Вути убил. Он так... Может, это было еще в прошлом кану проголосовать за него. А Юник кто был? Крюмейта попал, прикинь. Ну ладно. Вути. Вути. А, он пытался угадать. Ну почти. Саня, ну ёбаный рот, ты ж видел, когда с тебя щит спал. Ну, я отвлекся на каша. Ну ёбаный рот, ну флеш, ну что да, ты дышишь? Ёбаный рот. Ну что такое, флеш? Я отвлекся на этот, на донат кашаса, он меня затанцевал и задушил. Ну извини, пожалуйста. Вути, ну, отлично, попытка. Ну я, кстати, проголосовал Вути, если ну, что. Ну блин, я бы байтаник. Типа он проголосовал Вути, это Славик, зассал.
Будьте расслабьте, шансов было мало. Я единственное, что не дал инфу, что типа, ну, тайминг килла, что 2-3 секунды. Там был байт, и кто второй был там? Лайтер. Байт и лайтер. Ну, это не можливо угадать. Ну, хотя лайтера можно. Да, не угадывают. Не, ну лайтера можно спалить, по идее. Лайтера можно было спалить, но я не палился с виджином. Это был ПВО. Это я, кстати, лайтер. Да, я вообще вкинул ПВО, что это ПВО лайтер. Ладно, гайз, спасибо за игры, побегу. Да, спасибо. Бегаем. Хорошего вечера. Спасибо. Тебе даже спасибо. Я не голосовал, потому что... А, Каша сейчас едет туда же, куда и сам. А что, кстати, стримит кто-то из пати или нет? Из нашего. Давай я подрублю. Юни. Юни, ты стример? Кто-то да. Короче, я отойду минутки на 2-3. Ладно, давайте продолжим еще играть. Кстати, Саня, самое время зафоловиться на Юника. Так скиньте ссылку, лол. Да, лол, Юник, он... Лол, он стримит, нихера, и не палится, главное. Да ты охерел. Режим крюмета 10 часов. Все, лови рейд, короче. Пок. Пока. Пока. Все, ребят. Рейдим Юника. Пропустил момент, когда он стримить начал, если честно, но... Скажи, чтобы в пати взяли. Бля, конечно, звучу ты как маленький. Скажи, чтобы в пати взяли. Ну... Сам как-то это, порешай вопросики. Фотоотчет в инсте сюг. Да какой фотоотчет? Ты же знаешь, что я не фоткаюсь. Точнее, я фоткаюсь, но в инсту ничего не выкладываю. Кашсас, ну ты, конечно... Ладно, папашки, всем спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели, что поддерживали. Рейд отправляем на Юника. Завтра стрим может будет, может нет. В понедельник, по идее, будет. Всем хороших выходных. ББ. Не буду кашлять. И вы тоже не кашляйте.